Да. Потом бежим. О, вот ты, короче, бежишь и, несмотря ни на что, все, что можешь, собираешь, и до конца добегаешь, в конце поднимаешь. Только в конце надо сначала поднимать, а потом доносить релиз. Да, давай. Ну это я так чисто. На скидочку. Ну а что, сейчас завтра встретим. Ай! Ты его не понял. Что так рано? Ну ладно. Да меня там чуть не выгнали. У нас тут сейчас тоже чуть нету. Да, 4 на латы, извини. Чаша центр. Собаки, станьте на... Чаша верхняя. Собаки верхняя, простите. Собаки верхняя. Топоры центр. Центр вверх. Собака низ. Так, низ. Солнце центр. Топоры низ. Бежать надо. Беги, беги. Давай, все, ты беги, пройдешь. Молодец. Молодцом, молодцом. Погнали. Что он берется-то? Не сразу берется, да. Левый верный. Кто-то мог мне слететь. Левый не я беру, я сплю. Я ничего не беру, я это следующий. Вы прям бегите. Ну, сама посуду буду, так что не знаю. Не, просто если что-то останется, то бери. А, ну ладно. Да. Может специально чистить. Центральный нижний возьму. Ой. Ну это нормально. Блин, я не взял. Секунды не хватило. Может пол поднимать. Блин, стоп, поднимите кто? Поднимите кто-нибудь, блин. Я не вижу никого, кого поднимать. Поднимай, да. Все. Надо не поднималось. А что же вы умираете? Я тоже не понимаю, что вы умираете? Ну вот смотрите, вот у меня не хватает. Я выбегаю самым последним. Я прохожу третий ворот, и у меня тупо времени не хватает, я дохну. Это... Короче, смотрите, кто выбегает и кто не доносит, те первые вначале берут. Возьмите по одной штуке вначале, чтобы... А нет, лучше у второй. Во второй штуке возьмите. Давай я тогда первую пропущу, потому что я побегу... Не, вторую пропускай, вторую. Окей? А, ну ладно, тогда я первую беру, вторую пропускаю. Да, и я тоже вторую пропускаю. Давайте, да, может, мы это как-то... Вы... Те, кто добегает... Нормально, мне кажется. Те, кто добегают, они бегут вперед. Те, кто остаются, они бегут сзади, собирают все, что остается. Ну, надо решить просто тем, кто... Они не успевают добежать того, что вначале мы нормально собираем. Короче, смотрите, те, кто остаются, те на второй штуке берут по одному шарику. Окей? Да, давайте так. Окей. Остальные бегут сзади. Вы прям сразу вперед уноситесь и сразу бежите вперед и бегите во второй штуке, берете по шарику и дальше уже как там максимально дальше. Вот. А кто остается? Кто добегает? Кто помирает? Я остаюсь точно. Я не успеваю это сделать. Я остаюсь. Там Горчик или Пинк, я не помню. А Митрич, все, извините, я не распознал. Митрич и Крылово остаются, ну, берут только на второй
И не бегут дальше они, да, просто или что? Ну они, не, ну, но кстати, может, они, бежут, как, они дальше бегут, как и могут добегают, но просто они там помирают уже, потому что у них там уже бегут. Слушайте, нет, если они помирают, то они могут взять второй этот и стоять на месте, дабы там не умереть. Вот я об этом говорю, да. Не, стоять не надо, не надо стоять. Потому что они должны до третьего добежать, чтобы это. Чтобы что? Зачем? Они скажут, второй релик берут и стоят прям там же, потому что иначе не в яму могут куда-нибудь упасть, это, то есть да, раньше прям. Давайте, короче, смотрите, вы добегаете до второго, берете, стоите, ждете, и кто-нибудь впереди помрет, вы добегаете до него и поднимаете. О, точно, кстати, да. А, нет, поднимать, он в центре появится, они смогут. Они смогут поднять, он появится в центре, да. А, он не поэтому? Ну ладно. Короче, тогда вы добегаете до второго, берете и все. Да, так да. Это еще вопрос тем, кто добегает, им как брать? Первый берем, второй пропускаем, да? Да. Все угу. Понятно. Ну, кто не уверен, можете второй взять, но только не те, которые бегут остальные. Угу. Но вы же понимаете, ну, что на второй арке должны взять двое, ну, а да. Двое оставить. Вы только между могут. Собой не да. Выясните, кто берет, а кто не берет. Да там разберемся. Я могу не брать, потому что нет, у меня... Лучше заранее определите. Короче, да, у меня добегать пропущу, получается, я поэтому пропущу. Я буду... Короче, мы с Вовой пропускаем, вы берете, окей? Да. Так, ребята, а вы помните, как, где поднимать-то? Поднимать надо перед финишем или уже у чаш? У чаш. Нет, поднимать ты можешь здесь только, в центре, если ты умрёшь. У чаш. Имеется в виду, что когда ты выходишь с бега, то тебе сначала нужно поднять, а потом отнести в чашу в центр, ну, как бы это, да? Да. Потому что иначе, если ты сначала отнесешь, а потом поднимешь, но ты не успеешь поднять, и мы вайпнемся. Да. Угу. Все хорошо, окей. Все, погнали. Что, давай? Где там покорение? Ух! Ну, со второго раза уже получилось, знаете. Ух! Ты еще, давай с тобой поменяемся, я буду в этих стрелять, а ты в противоположных, я постовою тогда буду помогать. Кто-нибудь может так вот помогать для разнообразия? Ну так чисто это. Я не могу, я чувствую себя сильно одиноко. Одиноко. Крыло, можешь так помогать еще? Нет, помогай тебе. Не-не, от крыло отстаньте, как бы шоу. У нее задача есть. У нее конкретное, так сказать, задание, которое она... А помогать могут только раннеры? Да? Ну да, после. Ну значит, ладно, ну и хрен с вами, не очень-то и хотел. Ты еще обращайся. Да, я вот так и подумал, что каждый раз так к вам так примерно и обращаться. Вот у меня говнюк помер. Чаша вверх. У меня большой такой говнюк. Собаки средние. А? Ты кого? Топоры низ. Томпы низ. Собака центр. Ты вроде что за хуйня, блять, я не бегу, я не буду. Тихо, солнце центр. Тикер, скорее всего, важно. Топоры вниз. Да, все. Перезаряжайте, собирайте патроны. Найдите на лучшее. Вот счастье, здоровье. Берегите себя, играйте в футбол. Играйте в Division, ну это Destiny 2, нахер вообще. Нервы одни. Не переключайте канал. Любите маму. Чью-нибудь. Своих детей. Страш, убей! О, нет! Вот.
А говорил, помощь нужна. Возьмите там, поднимите там, если да, что, там Кроло, например. Да, или Митрич, или Кроло, кто-нибудь. Нет, кого... Я поднял. Какая что-то такая паника. Те, кто в конце добегает, у тех должен рез остаться, ну вы поняли. Да. У меня не осталось. Ну вот и я про то же. Ну пофигу. И кто-то до тебя дошло. Да, вообще сра. Где он? А, он только вылез. Че, глаза сходят. О, а я уже разобрал, ни хера себе. Давайте, ты смотри, даже не успел ничего это. А я в гранатку и в секондари, и потом... А чаша низ. Ништяк. Ништяк. Собаки средние. Опаньки. Вы уже как профи прыгаете там. Топоры там. Хуй вообще. Солнце среднее. А, извини. Поверхность. Извини, беги. Тут был проектор была, собака я убивала, вверх. Прям там не было. Собака вверх. Страж убит. Что такое? А. Не потому что я не крикнула, а перелетела. По нему. Солнце. Я стою, жду там, постоянно. Солнце низ. Угу. Все норм. Хорошо. Чаша не прекрасно. Блять. Так, будет глюк, не будет. Смотрим. Ребята, смотрим. Глюк. Смотрите этого проекцию смотрите. Короче, этот пидор появился прямо напротив меня. Я стреляю в эту в треугольничек, а он в него попадает. Представляете? В смысле, он прямо вот на моей, блядь, типочке появился. Вот где я стою сейчас. Ну что, проект. Баг. Бабуля. Давай, чтобы не жаль. 5? Ну да. Че, на кто у нас помер? Кто у нас? Все помирают. Все помирают. Ну все умрем. Титаны сдаются, титаны копят ульту. Прикол в чем это, здесь надо сосредоточиться, да, когда раннеры, короче, бегут, только раннеры, ну, говорят, там, остальные молчат, там, вот это, нету, что там надо, блядь, перезарядиться, патронов нету, или там не бежит. Да, мы про это уже говорили, но я слишком пьян, чтобы это следовать, я постараюсь. Лучше курил. Слушай, как бы нет углей, у меня 2 дня без кальяна тренировочные, поэтому я бухаю винишко. Тяжко, наверное, да? У меня углей нету, я не пошел уже 2 дня покупать. Да ты держись там. Ну я вообще на нервах. Че, давай аккуратно играем и давай, Серег, не тренди. Может, у меня радость, может, я, не знаю, в Германию работать поеду. Ну, может, успехов тебе. Вот, молодец. То, что некоторые даже прикрыть не могут. Ах, блядь. Так. Они могут быстро вайп. Давайте быстро вайп, ребят. Давайте быстро вайп. Потому что первый раз, ну, первая фаза, как бы, ну, всё. Да, ну, тут, короче, вторая. Дело в том, что очень много попало мимо патронов, и они втроём пришли и наказали. Ты что, сосредоточься? Так если я сосредоточусь, то мы же выиграем, в чём тогда ну, прикол? Ну, так да. Ну, в этом здесь просит. Так мы пойдём в следующую стадию, так пойдём в баню. Да, ой, в бане пойдем, а то из-за собак, да, ну нахер лучше. Давайте на арене побегаем, оно забавнее. Тут уже все такое да. Знакомое, да? Согласен, да. Кстати, да, дальше сложно было. Комфортная арена, я считаю, если вы понимаете, о чем я. Нет, собаки я не пойду. Я ебал ее, блядь, там все дыры, сука, нахуй нет, собаки я не пойду.
Что значит не прыгать? Начинается. Красивый пассаж. Там они легкие, в принципе, тоже. Да, если знать, как ходить, и все. О, у нас Вова, наверное, Вова знает, как будешь водить Вова. Нет, Чакин не знает. Кроме него никто не знает, походу. У нас Чакин водил. Я знаю, справа, справа. Ой, блядь! Ёбаный насос! Убивайте его! Убивайте! Отомсти ему. Я уже три раза отомстил. И завтра пойду. Это важно. Вообще-то я буду пчелу, блядь, точно во все дыры, сука, блядь. Какие пчелы? Пчелу, меня сейчас убьют. Пчелы, господи, я думал пчелы. Ну чем пчелы такие виноваты? Не, ну все, ну тогда как бы аргумент. А! Я вот их руками захуячил. Ну с руками, кстати, да. Ну когда при этом тебя с другой стороны не оружие. Руками-то вообще в любой дустан удобнее играть. Когда без рук ты это вообще. Вообще, водить руками. Выигрышная позиция. Собака не вниз. Чаша низ. Кто чаша стрелял? А чё, чаша-то низ? Всё, заебись. Ну как сказать? Тихо. Топоры низ. Солнце низ. Солнце низ. Солнце низ обязательно, солнце низ. Так. Чётенько. Собака вверх. Часто вверх. Собака вверх. Ну блин. Ну я пытался две сделать, потому что оба не успевал. Ну на этот пчел появился. Солнце-центр. Солнце-центр. Топоры вверх. Всё, заебись. Давай. Отлично. А где кого? Чувак. Давай. Подними, подними пинка. А у нас не хватит этих талонов. Первый этап. Да нормально, да чё вы вайп-то, господи, сразу-то, а? Ну блин, чтобы потом не страдать лишний раз. Время не тратить. Да блин, вайп. Подниму этого педика. А я вот вынесла. Вот, видите, маленькая победа, всю жизнь все ну, выпадет. Где там, блядь, дырка-то? Я буду тоже на весь любитель. Пожалуйста. Правильно, не, ну тут вообще втрезвуется сложно. Ну, блин, так хорошо получилось во второй раз. Давайте повторим. Давайте. Можем повторить. Если вы понимаете, о чем. Вова, если тебя там в Германии слушают, ты нам мигни. Чё? Да я говорю, Меркель молодец. Нет, это... А, правильно. Чё-то не соотнёс. Шайзе Ордунг. Und good afternoon. Блин, какого хера они так какую-то позу принимают? Странно. Чтоб тебе было приятно. Так мне-то ж как раз это и неприятственнее. В голову-то попадать проще, когда без позы. Страш убит. Обонять. Вот ты шарик, много правильно. Надо пупырышками втутрь, чтоб тебе было приятно. Ну не знаю, не да знаю. Давай, я, так сказать, человеколюб, поэтому мне чтоб кругом было приятнее тебе, например. Поэтому я понимаю уже. А Вова, продолжаем. Билетика, да? На конце. Да, билетика на конце. Нет, я имею в виду, что никто не поднимает, надо было, что браннеры поднимают. Нет, надо, чтобы не раннеры поднимали. Раннеры же будут поднимать потом. Да, нужно, чтобы те, кто в конце бегут и умирают, поднимали.
Чаша центр. Короче, я могу поднимать, потому что меня поднимают в конце, и меня этот... Чаша центр. Чаша центр. Я хочу, я же не это... Бля, вот допизделись, блядь, а? Я ну хорош уже, Серёг, трындеть, когда начинаем бежать уже, ну реально, ну вот этот фон уже подзаёбывает. В смысле, я говорил чаша центр, чё ты пиздишь? Ну, хотел, успел уже выстрелить, и все пизданулись, и все засмеялись, блядь. Ну весело же, ну что мы шутили, я виноват, что все засмеялись, да? Ну окей, ладно, давай. Никто над тобой не смеется, все хорошо. Это как-то у меня это банкомат заживал карточка, мы там с другом стояли, типа нас так на хаса перло, такие, ха, типа банкомат карты заживал, тетка стоит в очереди, такие, вы его сломали, типа, там вы что ржете, или что придурок, что ли, типа, как мы его своим смехом могли сломать? У него просто логика какая-то странная. Ну, тебе, бля. Че, не стоит? Смехом, а варлоки на полотенце нету. У ярлоки. Я не читал-то. Ладно, давайте соберемся. Ну, вы встаньте сначала на платформу-то. Встали уже все. Мне за три раза надо сказать. Не надо встаньте говорить 10, блядь, три штука. Раза. На платформу встаньте. Сейчас. Все, идем. Проблема в том, что когда стоишь из скаутки, у него кончаются патроны часто. Это да, надо перезаряжать. Нет, в смысле перезаряжать-то хер с ним, а то, что ну, они вообще кончаются, с этим проблема. Надо собирать. А я из автомата стал стрелять. Ну пытайся не умирать. Слушайте, скаутки, заебешь на мобов разбирать. Ну вообще да, есть такая проблема. В Destiny 2 вообще есть проблема с патронами, я бы сказал. Да вообще, Destiny 2 есть проблемы, блядь. Есть проблемы, Destiny 2. Дайте гайфа. Где тут еще? Вот он. Все, тихо. Чаша, вверх. А, минуточку. Собаки. А, блин! Было. Кидаем. Ладно. Топоры вниз. Мне кажется, это... Давай. Солнце центр. Собака вниз. Огонь. Собака вниз. Ну, дальше. Чаша вверх. Псион. Это псион, господи. Ну ребята, ну кто псионов-то не убивает, а? Ну а, давайте, соберитесь. Я уже со скаутки штуки. Гуя, кто-то внизу не... Да. Нет, рукой не... Нифига себе, я, например. Давай. Я хочу отметить, что Крулон стало говорить центр, наконец-то. Да. Крулон в середине. Вот в текущей сессии, мне кажется, Крулон меньше всего должно быть претензий. Да, а я наоборот говорю, она молодец. Не то, что некоторые. Я помню, да, ты просил говорить центр, и я... Угу. Обычно люди говорят среднюю, для себя говорю центр. Давайте, херачим на этих гидеров. Внезапно не будет. Да, кстати. Погибли не стало. Ну сейчас опять расскажешь, что лайт поднялся, прочая хуйня там. Лайт хуяет. Не, я же не писал, что на повышение не влияет никак. Да подожди ты, это не работает. Оправдание того, почему фейли. Соберись, давай. Все, тихо. Чаша, центр. Чаша,
Собаки вверх. Топоры центр. Солнце вверх. Сука! Чё? Собака вверх. Нет. Нихуя себе. Это вот кто-то до меня псиона забыл. Это вот не мой, потому что мой чуть позже должен быть. Я вообще ни разу не пропускал. Чё за хуйня? Вообще было первый раз. Не, ребят, ну обосраться на псионе, это прям вот пиздец. Ну вот, короче, я не знаю, но вот, ну вот то, что сейчас был, кто-то из первых забыл про псиона, кто-то вот из собак или не кого-то еще, значит, кто-то еще там был на чаше, да? Нет, чашу на чаше. Нет, не чаша, погоди, блядь, чаша. Не чаша, да, чаша проебала псиона. Да. Просто постарайтесь не проебывать больше, если забыли. Да. Не, просто когда через вас пробежали уже, в смысле, через это, сразу спрыгиваете. У меня убирать. Это уже, сука, на автомате, я ну сразу прыгаю. У меня тоже, да. У кого-то, значит, не на автомате. Кто на пулемете? Кстати, не приносит подряд снился рейд. Этот? Или другой? Этот. Хорошо. Именно арена прям? Именно арена, да. Сочувствую. Это еще лучше. Не, мне баня. У меня что-то дверь открыта. Закрыта? Обе причем. У вас открыта тоже? Ну, чуваков тебе нужно. Ну, чуваков я убил. Значит, кто тебя побежал? Конечно, убил, потому что, блин, у меня тут что-то зажег у чуваков. Значит, ну тебе правда выходит жоков-то. Ты чего? Блять, все патроны. А, блядь. Тихо. Чаша вверх. Собаки платформа. Собаки платформа. Убили. Собаки платформа. Собаки средние. Все заебись. Выбор. Топоры центр. Да-да. Топоры центр. Ну, дальше. Центр. А мне псион, блядь. Собака центр. Собака центр. Ну, какого хуя, ребята, блядь. Я не понимаю. Псионового хуя. Кто-то не убивал псиона, да, ничего не убивал. Нет, теоретически, конечно, я могу поздно убивать всего, но мне кажется, что-то что-то на чаше не то. Все-таки. Ебаный в рот, ну давайте вы мне уже еще раз предъявите, второй раз подряд, блядь. Что я не убиваю псиона. Этот пидор на мне появился. Руками он не убивался, кстати. Заметьте, блядь. То есть я руками бил. Блять, да, стрелять, да. И возможно, когда вы, кто-нибудь, если кто стрелял слева, например, Вова, то он, возможно, в меня попадал, а не в этого пидора. Не, который перед тобой появляется, его же руками надо Нет, тот, который появляется, потому что мы не завалили того, кого, который передо мной или перед тобой, соответственно, он просто не проекция, а именно все он. Первым цветом еще псион тащит. Угу. Спасибо. За остальных. Ага. Пидор пошел. Я на кутере. Спасибо. Где ты есть? В углу. Да, блядь, умри вы. Собака платформа. Собака центр. Платформа. Собака вверх. Угу. Топоры вверх. Солнце вниз.
собака там. Иди прям. Ну, опять вот опять, вот конечно, что сейчас чаша, ты, да, блядь? Перед собакой взорвал. Нет, сейчас перед собакой. Он появляется случайно. Он появляется случайно. Вот сейчас следующий после чаши или собак кто-нибудь проебал, потому что по времени так получается. Перед собакой взорвался. То есть получается между собакой и кто там слева? По месту он появляется в любом месте, понимаешь? Я понял, взорвался, я имею в виду, что перед этим, потому что я видел взрыв перед тем, что нет. Не, подожди, короче, еще раз. Вот сейчас по времени он как раз вот мы с чашей были заебись, а вот после нас были, короче, не заебись. Вот все, он взорвался где-то вот здесь, вот между, получается, блять, подожди, стой. Сейчас вот я попробую объяснить максимально понятно, как я могу. А, смотри. Так, ты объясняй, я пока водичку. Появляется, да-да, вот где появляется псион и где он взрывается, это вообще никого не ебёт. Он случайно появляется. Он появляется в рандомном месте. Да. И неважно, где ты проебал проекцию. Вот, а по времени поставил. Можно определить, если сразу как бы там такая хуйня происходит, значит это типа или собаки, или солнце. Если соответственно. Ой, блядь, извините. Или чаша, или солнце. Если как бы чуть попожей, то соответственно или топоры, или солнце. Ну и собственно это дальше так прям. По времени. Да я вообще. Солнце в обоих случаях, да? Я это всегда убивал. Убивал все. Короче, Герман, ты виноват. Нет, солнце. Почему Герман сразу, я не знаю. Предлагаю бить во всем. Я не знаю, предлагаю Дмитрича во всем обвинить, он давай. Кто пить пошел, я не помню. Все, я пришел. Митрич пошел пить, да? А, все, Митрич. Пришел, теперь, соответственно, виним другого. Так, ну давайте, стартуем. Короче, Митрич, ты дрожать попал. Все, на руку, давайте. Блять. Трубочки нет, у меня уже автоматическое движение придержать. А вас эта трубочка уже не мог. Бля, вообще уже. Я кот только что перед глазами прилетел буквально. Ну ладно, не заметил, то хорошо. Это не твой кот, это наркоман. Слушайте, алкоголь помогает, правда? Ну вообще, я тебе выиграл. Ну, я так... Немножко. На пол бутылочки. Не, ну у меня спиртом, я сухой не пью, я очень сильно разбавляю молоком. Молоком? Алкоголь и молоком? Я не алкоголик, я наркоман, поэтому да, для меня алкоголь в чистом виде нет. Ты ж потом веревкой блевать можно, вы чё, ребята? Веревкой? Вы никогда не видели, кстати? Я видел. Ты что-то как-то принесло, слава богу. Когда человек веревкой блюет, когда он блюет и, блядь, не может закончить, поэтому что у меня там все свернулось, блядь, и содержимое желудка, тихо. Короче, начинает... Ну тихо, собачья платформа. Чаша низ. Собачья платформа. Чаша? Чаша низ. Собака низ. Ну, удача. Попал. Низ, блядь! Да. Топоры вверх. За таких ты не услышишь. Топоры вверх. Встаньте на топоры вверх. Солнце центр. Топоры вверх. Это был второй, этот все, это вайп. Беги. Страшно. Вот таких. Ребят, заебали, правда. Уже начинает напрягать этот пиздеж. Ну реально, ну давайте вот выходим на раннеров. Хорош трындеть, реально. Вот сейчас вот пришлось чуть ли не матом орать, чтобы заткнуться. Сейчас мы быстро вот здесь, кстати. Так это что не надо. Ладно, короче, давайте собрались и сделаем. Ну или как бы дойдем до раннеров, когда будут виноваты, кто правильно трещи кровь. Я на сразу уйду нахуй. Я буду же пьяный, не буду все равно. Значит, Дмитрич. Да я, конечно, никуда не буду. Бегите, страдайте, не сильно, я буду красным, но буду быть. Да блин, забейте, ребята, как бы, чё вы так паритесь-то? Пельмени? Да,
смотрел в голову. Ну, типа там только, короче, покупал там кучу разных пачек и делал это. Какие вкусные, какие невкусные. Какие настоящие у нас. Так, ребята, мы вроде договорились собраться, а не всякой хуйней страдать. Но мы же говорили собраться, когда раннеры бегут, а пока можно посмотреть. Не-не-не. С остальными ребятам тоже надо собраться, не потому что, блядь, какая-то хуйня. Долбанная арена. Если будет чуть-чуть, то... Серьезно? Чаша низ. Собаки платформа. Собаки платформа. Собаки вверх. Подпоры центр. Солнце центр. Собака центр. Сейчас вверх. Солнце низ. Топоры низ. Видите, собрались вообще стало получаться. Вот обложить хуями, вот все нормально стало. Так, у тебя какая-то хуевая, я не знаю, этот, как ее связь образовалась. Обложить хуями, все нормально стало. Охуеть прям, блядь. То есть то, что мы задумали, все это хуйня, а то, что обложить хуями, это, блядь, работает. Заебись. Все, останавливайтесь. Сука, читай Канемана, блядь. Менеджеры сильно появляются. Эффективные получаются после дрюкера, ты не путай. Это разные вещи. Хотел бы евреи. Что-то выжил. Ты помог, блядь, заебись, спасибо. Кролло. Пожалуйста. Где тут скидок? Блять, кот на... Блять, где он? Закидок. Чаша низ. Собаки платформа. Сейчас встал. Собаки в центр. Делай. Топоры вверх. Солнце низ. Извините. Собака. Должен быть. Да. Это был мой проеб. Я на минутку. Так, я тоже отойду на минутку. Сейчас я... Короче, этот этап проходится за минут 10-15, да? Вообще. Серьезно? Ну да. Нет, это понятно. Просто нужно в конце добежать. А вначале, блядь, да. Дойти до того, чтобы добежать. Сапа, да, надо сначала дойти до конца. А для этого надо сосредоточиться, серьезно. Просто нужно сосредоточиться на псионах и на всем. На вот этих, блядь, собак, на куда стрелять и все. Сюда он пойдется, этот этап. Каких собаках? Тут нет собак. Ну, я имею в виду собаки, топоры, все сейчас. А. Да. Ну, да. Согласен. Так, я отойду на минуту. Я пойду поищу вторую бутылку вина. Тогда мы точно не пройдем. Точно не пройдем, если я найду бутылку джина, а я могу найти. Не джина, а, блядь, рома белого, чё я жуто. Не, ну вообще, диоксид углерода, он... Уменьшает действие алкоголя, это, блядь, мне кажется, правильно. Я здесь.
А вы где все? Да здесь, здесь. Что-то как-то скучковались все в одном месте. А. Угу. Угу. А? Так я, может, успею еще колбасу нарезать? Не закусывая как-то. Ох, шоколад надо закусывать. Так, это да. Интересно. Кто-то есть. Кто-то еще... О, бля. Тут много. Так. И все, вы голосуете за красное или все-таки за ром? Я готов подчиниться вашей воле. Красное. Сухое или не сухое? Не сухое. Блин, сейчас надо поискать, если не сухое. Ну, слушай, ты предложил, теперь страдай, выбирай. А я пойду купаться. Блин, тут надо это. Уронил. Красное, сухое. Сухой, красный. Это разные вещи. Костелло, молочини, пилу на примитиву, соли, бля. Полусухое, заебись. Ага. Ну, думал, ну хуя я кухне заказывал такую хуйню для бутылок, а вот зачем? Внимание. Да, красивые звуки. Ну, я старался. Сейчас надо насладиться, я надеюсь. Ну. Помню, в лесу танцуют. А, Егорчик, в лесу танцуют. Чё? Ну чё, погнали. Погнали, я вернулся. Сейчас я плащ покрашу. У меня даже ульта есть. Я думал, ульта у всех есть. Я просто разутонул. Слушайте, неплохие георбики тут делают. Что на солнце? Горчик. Я, да. А чё? Ну, блять, встать надо, начать. Или... А, понял. А, простите. Кролло тут? Нет? Кролло тут? Похоже, мы... Здесь Кролло начнёшь? Ну, давай, короче, начнем, а там посмотрим. Ульту стреляем, кто сейчас потратит. Игорь, я примерно стреляю двумя гранатами в меня. Okay? Чаша низ. Кого танцует? Ну, значит, ждем, значит, лайк, значит, реально тупо потратил. А я пойду возьму. А кто-то уже проебался, это были не собаки.
Нет, просто рельсы не взяли для этого. Ну я, кстати, почти успел взять. Мне кажется, интересно вино. Смотри, не слышно сухой, но нам сухой. Так, что, крыло вернулось? Куда пошла колбасу резать? Пропал. Колбасу? Да, тут пойдешь резать колбасу и попадешь. Я забил резать колбасу, потому что это очень калорийная хуйня, которая, блядь, улетает вообще просто, я не знаю. И вылил бутылку вина и съел колбасу. Че ты пиздец, это дневная норма всяких калорий. А то и двухдневная. Вино частично выдержано в бариках. Полнотелое. Я здесь, извините, у меня мозги при этом вернулись, не кажется, отлично. Полнотелое. Поехали. Структурированное. Букет богат ароматами спелых красных фруктов. Сильное вино с мягким вкусом. Ну поехали, блядь, давай. Охуеть, блядь. Бля, где у меня хэвик? Я без хэвиков, блядь. У меня хэвиков до жопы. У меня 14. Крыло, помоги с толстым, если что. Я не знаю, куда мне хэвики делать. Пошли. Че сразу толстый, блядь, я не толстый. Я... Ну ладно. У меня просто броня все волкая. Блядь. Мобы, короче, все хэвик. Убивается за два хедшота. Я вам скажу. Я был на другой двери, или хэвик, может быть. А, это не хэвик, извините. Нет, тут мобы выпал хэвик и упал в это. Вот это обидно. О, спидеры. Давай, все, он, блядь. Бля-бля. Хэвик. Бля, говнюк. А толстый, кстати, на 3 хэвика. Какие? Ой, слушай, толстый на 3 выстрела в хочу. Ну. О, спасибо. 5 хэвика. Тихо. Чаша вверх. Собаки платформа. Собака вниз. Топоры низ. Солнце-центр. Солнце-центр. Все, заебись. Собака вверх. Саша вниз. Саша вниз. Саша вниз. Ой, я и там ему должен. Солнце низ. Топоры вверх. Солнце низ. Угу. Зайдись. Все, выходим. Собираем патроны и вся хуйня. Бля, идея. Сори. Вперед, подойди. Я даю время собрать патроны. А! Да-да-да-да-да. Сорян. Это важно. Я не понял эту тактику. Перезаряжайтесь, блять, на хэвике, это вообще важно, блять. Меня меч перезаряжает. Блять, меч, охуеть, ну чё мы проигрываем? Не, у меня, кстати, имба, ты игра. Ну, кстати, не против этого чудо. Это в D1, блять, имба. D2, то в массу не нужно. Ай, блять! Блять, сука! Меня тут всякий выйдет. Попросим. Ну, камеры, вот это. Все, чтобы это сильно противоестественно. Не знаю, ты. Не принесет, я не согласовалась.
Да, ты промахнулся. Да балла, они такие, знаешь. Не прошу тебя. К разному привыкшие. Все нормально. Чаша низ. Собаки низ. Топоры, центр. Солнце вниз. Собака, центр. Чаще, центр. Солнце вниз. Что, собираете патроны? Ну, должен признать, что исходя из того, что проебывало, кто нет, то все прошлые разы были за мной. Ну, в плане проебывали. Серьезно? Ну, в плане, ну да, то есть, ну, если бы Сион, как бы, блять, был, потому что я проебал. Ну, пусть был гранит как раз там. Да. Ну, теперь будет спать спокойно, фигма. Да, слава, да. Слушай, я математически просчитал всю хуйню. Не понял, что ты не прав? Понял, что я, конечно, прав, но я еще к тому же и пидор. Вот это прям отлично. Ну это такое, знаешь, это типа такой вынужденный камин-аут, исходя из своих принципов и логики. А, как я этого педика, блядь, сука, залутил. Так, все. А всю норму, если я, короче, буду еще сделать. Чаша низ. Собаки в центр. Все, делаем, делаем, ребят. Топоры вверх. Солнце вниз. Собака вверх. Часто центр. Солнце центр. Сейчас топоры центр. Помню, что делать. Топоры чё? Центр. 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 Топоры центр. Центр. Все нормально. Сейчас, короче, все на центр. Да. Все ставим то, что надо быстрее бежать. Все готово. А разве еще один раз не надо бежать? Нет. Да, давайте, помните, на вторую арку. Да, я первый беру, второй пропускаю. Да, да. Я тоже. Блять, где первый не видно. Левый нижний. Я средний. Левый нижний. Левый нижний, я брал, справа сделал. А, да? Я не слышал, Саша. Бери, бери. Второй пропускаю. Две сферы осталось. Правый вниз. Левый верхний. Левый верхний. Страж убит. Что, блядь? Да вы охуели. Правый вниз. Просто пиздец. Бегите, бегите дальше там. Да, да, да.
Страж убит! Страж убит! Норм. Поднимайте первым делом. Поднимайте, блядь, поднимите. Сейчас я еще подниму тоже. Поднимайте. Поднимай первым. Я не могу его поднять. Все, прошли. Видите? Ну, сухой это, блядь, работает иногда, я вам скажу, а? А тут ящик, блядь. Видите, как все просто, блядь. Которым она является. 10 минут реально, Вова был прав. Вова был прав, дура, блядь. Это самый простой, сука, этап во всем рейде. Да-да, это вообще... Так мы его смогли, смотри, как охуенно. Угу. А я чё ругался на самом начале? Там... Я когда пролез первую арку, там взял свой шарик, и там оставалось два шара. То есть... Так потому что за тобой те мужики, которые бегут до третьей, их два берут, понимаешь? А. Ну не, ну понимаешь, я взял один и два оставалось, три шара оставалось. Да, шарик. Да. Ты хер с них же, можно пропускать через один, похер. Да. Вот я сейчас, короче, брал, и мне вообще настолько, блядь, комфортно было, что я не знаю, я прям охуел даже. Я вообще тоже как-то бежала так легко, не напряжно. И немножко ебанулся, конечно, да. Пойдем на центр. Да, ну вот. Чё, куда надо? В центр, да? Не смотрели, вообще. Где здесь какой-то проход там или чё? Куда идти-то там? Да, он внизу. Давайте выясним, будут ли бани, или бани нам уже нахуй не нужны. Будут. Нет, сейчас сначала собаки. Нет. Ну ладно, да. У меня есть картинка прохождения собак. Да дело не это самое главное. А для крота есть хуйня, для крота это, блядь. У меня проблема с собаками в том, что там же нужно в конце разбирать каждую, как разбирать свою собаку, я блядь, этих, да. Я не могу найти свою собаку. Нужен ёбаный меч. Нужен две разобрать или три. Нужен какой-то охуенный меч. Сейчас я себе охуенный меч сделаю. Не-не-не, здесь ракетница нужна. Ракетница, блядь, вы ебанулись. Нужно же по чуть-чуть снимать у собак, чтобы у всех было по чуть-чуть здоровья и в конце их можно. Я, блядь, когда вначале проходил собак, так говорили, что, блядь, нужна ёбаный меч. Че, будем? Ты там хуячишь там, блядь, вообще режешь его всячески. Даже если мы сейчас откроем, мы будем очень долго там блужать, потому что я не помню. Я предлагаю пройти через центр, через костел. У меня есть шотган. У меня есть, блять, меч. Скажите, что делать? Ракетница есть? Он вообще, короче, если мы наберем 70 этих, ну, стаков, да? Да, да, да. 70, мы 60 набираем. Да. Блин. Да там 60, заебись вроде как. Да, то собака умирает, короче, с одной ракеты и одна граната. Да, да, да. Главное, ракетницу будет. Потому что меч. Короче, граната есть. Блять. Ну. У меня лайчер, у меня только один, но он такой хуевенький, 204, поэтому чего я лучше мечом буду. Давай мы таскаем. Да, давай. Че, собаки, нет? Не собаки? А, еще пока промежуточный. Да, давайте найдем еще. Так, надо найти дальше. Да, собаки, идем сюда. Крыло, крыло, беги вперед. Беги, давай, я с тобой. Че, кто будет бегать? Вон туда, давай. Дерма, с тобой будем бегать? А сейчас за джойнер, да. Ну, вроде, ну бегайте с Вовой тогда, я здесь. Страшно бегать. Блин, хуя еще, не могу. Гольчик уже помер, ха-ха-ха. Да. О, там мужики летают, охуеть. Хорошая жена, ты точно жена? А где вообще все, я не понял. Сейчас я им в тыл зайду. Ну что там делать вообще, идемте сюда. В тыл закажу, блять, что я делаю. Причем успешно, блять, смотрите, а, нихуя себе. Ой, нашел тебя. Вот, молодец. А чего правда, если там самых бежит и бежит? Ну, кстати, меня тут и убивают. Плати, куда идти-то, объясните.
Блять. Нужно идти туда, короче, нужно идти туда, где стоят всякие, блять, ебаные эти штандарты. Они еще пока не стоят. Ну, не стоят, это ваша проблема, блять. Вот, собственно, это уже вы этим занимаетесь, чтобы стояли. Вы, блядь, охраняете, чтобы, блядь, места, где должны стоять, они там должны, блядь, назад, блядь, быть. Назад. А почему ты тогда не охраняешь то место? Я охраняю, блядь, то место, okay. Смотри, вот, видишь? Все, я тебя увидел, сорян. Вот, долго не было. Что ты? Как это было? Я, блядь, на подходах охранял. Жирного, блядь, чего вы сразу обзываетесь, а? Так он не жирный, там сначала мелкий мог быть. Мне кажется, наверх надо идти. Сверху были модели. Нет, мелкие я еще бы на себя не воспринял, а вот жирный уже такое. Вон он, чаша у вас там. У вас чаша там. А, ну на чаша. А вот, вот, да. Чё-то не могу быть. Я тут узнаю, что это. Сейчас подниму. Сейчас подниму, 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 подниму. Блядь, я кто-то еще поднял. Блядь, меня подниму. Блядь, сейчас меня придется поднимать, не ходить так далеко. Я подниму. Вот на этот раз поднял. Так, я пошла. Чего говорит? Какого хуя? Блять, нихуя себе, я перезарядился, блять, чука, сука, с выстрелил, три выстрела, блять, раз снова перезаряжал. Что за хуйня? Где все? А, еще пока только сейчас поедем. Они флаг тут перед нами сейчас. А, вот они пидоры. Внизу, наверное, вот. Внизу, наверное. Вот это не видно. Это не отсюда зайдут. Побору вас, да? Я мужика убил, блядь, сука, без нуля патронов, вообще. Вниз, приходи ко мне. Все, он там разбираете просто. Так ты сделай. Да ну, все равно не убили. Толстый вышел. Толстый вот он. Кинул гранату, и он умер. Поднял. Блять, я нашел Джона, но он не убивает. Рукой, 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 бей его, рукой, не бей. Ой. Я подниму там где-нибудь? Да, ну. Не, могу сам, конечно. Сейчас я поднимаю, поднимаю. Не знаю, кого ты пришел, ты поднял. Мы тут держим, блядь, один этот ёбаный, блядь, сука, флаг. Вы второй ты принесете или как? Ну так принесли уже. Какой, блядь, третий? Тут до третьего еще, сука, раком. Нет, ты же рука, мы тут не с вами играем. А, правый был оставил. Консул, ракет, еще. Правый, мы откуда побежали? Так, я убил все. Отлично. Я его убила. Вот. Мужик по центру, блять, сука, идите его руками. Второго завалили. Блять, это просто. А, вот это сука, потому что, блять, не могём. А, сука, погоди, у меня аж, блять, сука, этот, как его. Давай я тебе держусь и затащу. Затащу. Там забрали его. Я замаю. Да заебись, я второго завалил. Сейчас я один забрали. И чё? Забрали. Второй не успевает, блядь. Да, вниз, наверное, надо. Так, я замочил одного и сейчас замочу Псиона. А там Псиона подходит, чувак! Псиона замочил. Топоры. Ну, стоп. Не всё. Вроде. Что же такое? Вов, ты где? Вниз надо. Что за хуйня, ребята? Я забрал. Это просто самое место. Ладно, все, там сразу убирать. Сколько, ребят, там патронов. Дайте вперед, там надо.
Я всех, блядь, тут этих жирных разобрал, так, вообще пиздец. Где? Я тоже не пробрал. Я мужика разобрал, блядь. Так, держите еще чуть-чуть. Все, он, блин, сейчас выберу пчёна. Забрал. Забрал. Страш убит. А, блядь, меня убили. Нихуя себе. О! Все, хорошо. А, заебись. Пиздуем, блядь, дальше, короче, это сейчас все отменят. Плотно, да, а тут, сука. Надо по канализации еще сходить. Да пиздец, блядь, сука, мужикам. Три удара рукой надо. Въебало. Уж какой-то слабенький мужик. Нихуя себе, блядь, три удара рукой въебало, блядь. Папа, подожди, ты это, пожалуйста. Ты вообще, ты, блядь, сука, это, как его. Выдерживал три удара рукой въебало-то? Я да. Ну не знаю, у меня после двух бывало, что уже пиздец. У меня такое ощущение, что мы сейчас в ванне играем. Да, да, тут пьяный. В ванне это плохо или хорошо? Потому что мне уже Беркус говорил, что, блядь, не какой-то, блядь, сука, командор. Это было не очень хорошо. А, какой-то там, блядь, что-то насчет рейджа было, да. Забыл, у нас один мальчик был в плане есть, который... Да и Шрейд не матерился как на себя, при этом ему он сидел, ему подсказывали как делать, он вообще обижался и матерился. Так, ну я, во-первых, не огрызаюсь и не матерюсь. Да-да-да, ты материшься, но не огрызаешься. Да, ну в смысле, я не, скобочка открывается. Огрызаюсь и матерюсь, скобочка закрывается. То есть я могу отдельно материться, отдельно огрызаться, но, блядь, как вместе это все будет. Так, давайте разбираться. Тут как у кого-то нужно разбирать это, я помню, блядь, какие-то пидоры тут, блядь, вот они, да. Вот они, да, как ты много говоришь. Главное тихо ходить и не выебываться. Да. Ты, я не знаю, рассказал все мое представление о всей этой ебаной жизни. Ходите и не выебываться. Нет, ходить тихо и не выебываться. Ровно так. Так, кто берет дыни, короче? Кто умеет решить... линзами управлять? Кто надо умеет решить... линзами управлять? Я умею, я могу. Правда. Я тоже умею. Так, Вова, это номер один. А кто вводит тогда? Вот да, надо решить, кто вводит сначала. Вот, вот если ты хорошо вводишь, то лучше это. Подожди. Не, я... Там кто-то живой остался. Право я вообще не знаю. Да никто, это уже собаки появились. А уже да? Собаки, сорян. Блять. Да, это уже собаки, блядь. Вот, а, прямо что вниз прыгнули? В центр давайте, блядь. Надо, короче, это рассказать сначала. Да. Да. Сейчас собаку спугнули. Вставайте, ну, блядь, в центр давайте, сука, кто там, 3-4, 3-й, берите всякие хуйни. Так, ну, спугнули. Кто-то собаку спугнул. Кто хуйню не взял? Да, да все, не взял. Не взял. Это вайп уже, наверное, собак только да, не умел. Вайп, точно вайп, потому что нужно... Давайте, короче, кто бывалый, кто был хотя бы, блядь, два раза, я прошу, был один раз. Давайте вы рассказывайте, а остальные вайпаются и... Это... О, пойдем налево, блядь, налево, ползу. Ну, да, сначала скажу. О, я не поебал удал, представляете? Да. Да, я чувствую, даже объяснить не сможет. Нет. Короче, кто был два раза, я просто был меньше, поэтому я зачем точно объяснять не буду. Короче, я объясняю, что делать. Просто ждем, пока пауза будет в своем экспрессивном монологе. Ну, блядь, мой экспрессивный монолог связан с тем, что, блядь, не было вайпа. Сейчас вайп, поэтому прекратится. Ну что ж, поверь. Ну что ж, поверь. 8, 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, блядь. Что делать? Отчет обратный я делаю, что, блядь, непонятно вас. Я не тебе. Тем более. Я тебе запомни. Вот мы увидели, кто стрелял в собак.
Так, ну все, Вова, ты расскажешь или Серега расскажешь? Через туалет? Ну, так давайте на бункер сберем туда, чтобы потом. После чего на бункере откроется крыша, куда должны спрыгнуть. У этой четверки появится фиолетовый шпор, который как бы. Нам не нравится. Затем. Как рассказывают. Да-да, вот этого чувака оставьте, кто это, не знаю. Привет, это Джонни Дэйми. Сегодня. Так, ставлю еще раз. А мы не Одну собаку оставь. Два стража должны взять эти дыни, после чего на бункере откроется крыша, куда должны спрыгнуть остальные гардианы. У этой четверки появятся фиолетовые споры, которые каждый должен взять. Затем справа и слева от слив откроются двери, и вы можете приступить к выполнению данного этапа. Вся суть заключается в том, чтобы убить четверых сильных собак. Чтобы вы смогли их убить, вам нужно собирать специальный баб на цветках, которые светятся ярким фиолетовым светом. Игроки, которые со спорами, должны всей командой подойти к этим цветкам. Игроки, которые носят кристаллы, будут работать отдельно от остальных. Они должны прыгать по платформам сверху и использовать луч для того, чтобы наносить дамаг по цветам. При этом вы должны встать на ту платформу, где есть желтый свет, который позволит использовать кристалл. Когда игроки со сборами подойдут, игрок с кристаллом должен направить свой луч на этот цветок. Сука, не умеет русский язык. Давай, пидор. Ну давай, объясни теперь уже, как короче, правильно. Два игрока берут вот эти дыни, как кто-то да, сказал, короче, да? И, ну, линзы. Скажем, если справа берет, ну, линзы, да. Он может уже, скажем, сюда прыгнуть, да, чтобы уже наготове быть. Ему надо всегда стоять, где вот эти, ну, лучи светят, да, желтые. Так, слева тоже, да? Так, остальные прыгают вниз, в центре берут эти шпоры, да, или споры, или как они там называются, эти фиолетовые. Споры. Споры. Орелик. Так, пойдемте все вниз. Вниз, сюда. Ну я останусь здесь, окей. Нам вторую взять. Кто вторую берет? Горчик? Не, подождите, не берите ничего. Не, пока рано, сейчас собаки поедут. Надо все разобрать сейчас сначала. Да, вниз, короче, вниз, спуститесь, тапок, вниз. Давайте заводим. Основная хуйня, так это делится две команды. Одна, короче, внизу, блядь, их четверо, другая наверху, их двое. Да, тапок. Вот, короче, смотри, вот первый цветок, да, это, короче, первый справа. Да, если говорят, короче, первый справа, он будет, короче, там светиться, да? То тот, кто с этим реликом, короче, здесь стоять на готове, да, уже... Смотрите, нужен пидор, который понимает, блядь, где тут справа, где слева, где, блядь, сука, дальше, где ближе. Папа, что тут понимать, где право? Вот это право, кто будет... вот это короче, право. Смотрите, нужно три человека. Первый, кто будет, блядь, сверху, второй, кто будет сверху, третий, кто будет водить. Сейчас мы его просрёмся, потом мы его объясним. Кстати, кто будет водить? Водить кто будет? Ты будешь штат отводить. Охуеть. Ты сейчас придумал такой very hard моде? Ходим, а? Бля, ну слушай, Боба, не-не-не. Это я лучше заткнусь и буду слушать. А можно было вот так вот раньше сделать, а? Да, сразу так нельзя было. Такая функция-то была, да? Че так может быть? Так, это, блядь, я по голосу уже опознал, ты был Дмитрич. Я запомнил. Отлично. Я рад. Ты не представляешь, сколько я запомнил всего. Это никого не ебет, потому что, блядь, я все запомнил, я-то не запомнил. Короче, кто со мной наверху останется? Короче, смотрите, вот это, короче, первый справа, да? Вот первый справа цветок. Вы должны знать, потому что вы будете там снизу бегать. Вот это второй между скал, он здесь, вот он. Мы все равно будем бегать за тем, кто ведет нас всех. Нам, в принципе, нельзя. А давайте я буду, ну, собственно, Кроволо, я ровно про это говорил, потому что, типа, разделиться на те, кто сверху, те, кто снизу. Короче, собственно, давайте я буду сверху. Вам нет. Надо я люблю сверху. Нет. Подожди, вам надо слушать,
тот, кто сверху, он должен вам говорить, скажем, там, ну, справа второй, да, или справа третий, и вы должны этого поезда, да, бежать. Ну да, примерно понимал хотя бы, где он находится, ну, да. Сидеть тихо и не выёбываться. Да. Так, сейчас я посмотрю, где слева поезд. Первый. А, во, вот, смотри. Второй. Там ещё в центре. Центр, да, тут. Я не знаю, слева не было, слева. Так, вот тут, наверное, четвёртый. Это третий. А, это четвёртый в центре. Надо определиться с очередностью. Вот и на всяких схемах, которые я смотрел, было слева 3, справа 3, и в центре они считались типа отдельно. Вот слева ну, типа между деревьями, а справа да. Это а, между вот, скалами. Да, да, да. Короче, нужен мужик, который внизу хорошо охуенно ориентируется. Ну или тот, кто может научиться быстро внизу охуенно ориентироваться. Тогда подожди, вот это будет первый, это второй, а то третий, там четвертый, как и справа. Блять, ну ближний это первый, блять, чуть ну, дальше да, второй, там... чуть дальше третий, а по центру это четвертый. Кто будет банан? Ну, вы сейчас по-разному сейчас да. Сказали, вы понимаете, да? Мы понимаем, что я сказал, блять, так как все говорят, а нет. Второй вариант неправильный. Короче, давайте попробуем просто, да? Давайте. Нам нужно будет еще в конце убить эту типа. Короче, стоп. Давайте потренируемся просто сейчас без собак. Короче, кто сейчас водит, кто сейчас стоит наверху? Я наверху водит. Я это кто, блять? Митрич наверху стоит. А, ну да. Короче, точно, я же тебя познал. Серега там, Пинк. Митрич, а ты был уже тут? Нет. Тебе лучше тогда внизу просто бегать. Вот. Самые пассивные роли это те трое, которые бегают за тем, кто ходит. Ребята, забейте, блядь, сейчас мы все научимся всему. А, кто хочет наверху? Два человека. Нет, так это не работает. Я буду сверху, Горчик. Горчик, короче, ребята, Горчик сверху и Митрич сверху. А внизу Вова водит. Все норм? Ну давай попробуем. Остальные ходят за Вовой. Смотрите, схема для остальных. Остальные, когда только начинается, падают вниз, вот в эту вот хуйню, блять, вот в эту. Я покинул гранату сейчас. Вот в эту вот хуйню. Они берут по релику и ходят за Вовой. Остальные, кто сверху, это Митрич и Горчик. Они типа берут призмы и, блять, сука, светят призмами. Да. Ферштейн? Слушайте, а внизу да, сейчас да. Собаки есть, я уточняю. Нет, внизу, сейчас... нет. Внизу давайте короче, немного, смотрите. Давайте немного потренируемся название стоп, там, допустим. Стоп. Короче, смотрите, что происходит, когда как только начинают. Справа и слева берут по этой ебаной линзе. А, после этого мы падаем вниз. После этого внизу ходят ебаные собаки. А, для того, чтобы нам завалить собак, нам нужно собрать грибы. Для того, чтобы собрать грибы, нам нужен Вова, который вводит нас к нужным, блядь, грибам, которые мы собираем. Соответственно, после того, как мы собираем там 60% и больше грибов, мы идем к определенным точкам и ебашим собак. А пока мы тренируемся первую фазу. То есть первая фаза, это когда все, блядь, наши сверху чуваки берут линзы, и, соответственно, направляются эти линзы на определенные грибы. Грибы мы собираем, когда чуваки, которые сверху, они линзу направляют на грибы, жарят их, и мы их собираем жареными. Да, когда все подбегут четверо, тогда он да. Должен этой линзой, короче, в этот цветок. Да, короче, смысл в том, что, во-первых, мы, те, кто внизу, они подбегают к грибам. Те, кто вверху, они начинают жарить линзы, которые они взяли, определенный гриб, к которому мы подбежали. Те их собирают. А, после того, как мы наберем там, не знаю, 60 плюс процентов всякой хуйни, мы разбегаемся к своим собакам и начинаем их хуячить, потому что от грибов определенный эффект, который, собственно, позволяет нам фигачить собак. Да, пока сейчас мы тренируемся в том, чтобы просто. Самое главное это. Пока. Да. Собакам нельзя попадаться на глаза. Иначе это. Да. То есть прям категорически. Да. Пока это мы не наберем прям... нужное количество процентов, мы собак, короче, хуй захуячим, они нас загрызут. Короче, я сейчас что-то еще скажу, подожди. Тут, например, кто справа, вот скажем, Герман будет справа, да? Вам, короче, надо тоже сверху нам говорить, какой цветок, ну, актив, да, короче, скажем. Ну, горит или загорелся, к которому нам бежать.
если, да, скажем, правый первый, да, то вы когда его уничтожаете, когда мы подбежали, все эти так заявили. Вот сейчас правый второй. Да, ну подожди, после этого выходит здесь жирный моб. Да, да, его надо убивать обязательно цветком вот этим твоим. Лазером. Да, лазером. Он оттуда, отсюда выйдет или отсюда, да? Потому что иначе у нас там снизу забьет просто. И, кстати, я снизу не бегал, так что я точно не знаю, где слева идти, да? Чуваки, мы сейчас все разберемся, чувак. Не бегал, так не бегал, сейчас научишься. Ребят, можно я еще скажу минутку? Мы не договорились, как что называть. Я сейчас в чате кинул схему, по которой все называют. То есть, какой чатик, ты издеваешься? Че? Герман, ну я могу так просто. Блять, мне вот брать ноутбук и, сука, блять, смотреть туда, что ли? Нет, я просто. Ну. Я могу просто Вове показать. Вот, короче, смотри. Те, которые по периметру, они все называются 1, 2, 3, а вот которые внутри, они просто там деревья или скалы называются. Потому что вы каждый раз называете другое очередность. Въебываешься. Нет, так не буду. Ну как? Какой очередность? Скалы, например, у нас был второй, да? Там уже знали, что второй, ага, где скалы. Второй? То есть... Короче, вроде 1, 2, 3 это от тех, кто берет релик и по периметру. 1, 2, 3. А второй, ну, четвертый. Да. Четвертый сзади, как, да. Как часы, например, там. 12, и час. Паки, ну, а для правого будет просто часовой, для левого по часовой. По-моему, это так. Ну, еще, да, раз, в пещерах это какой номер? Второй? Это второй. Второй, да. Окей. Где так, еще раз, будет? Давайте вот. Ну да. Давайте вот. Вот это первый, видишь, вот это первый, скажем, правый первый. Потом в пещере вот это второй. А, Митрис, ты справа? Короче, смотрите. L1, L2, L3 это 1, 2, 3, лево. Трис это L4. Ну да. Так, уже опять по-другому, отлично. R1, R2, R3 это право 1, 2, 3. И кейс это R4. Какой кейс? Вова сейчас видишь, по-другому объяснял. А какого хуй по-другому-то? Какой кейс, я что-то не понял. Что кейс? Короче, смотрите, сейчас Горчик, который Герман Г в чатике, скинул схему. Вот ее можете открыть и посмотреть, то что L1, L2, L3 это L1, блять, L2 и L3. Всеми это вообще никогда не делали. Не, ну окей, давай такого расскажем пофигу. Ну короче, ну, если кто проходил, знает как, знаю, то может рассказать как правильно, но, блять, сука, это такое. Короче, смотри, кто справа берет этот банан или что-то такое, вот. Семка. Он становится вот сюда, вот. Блять. Это второй. То третий, и то четвертый, и все, больше ничего не надо, никаких Г, блядь. Что? Никаких... Кто? Где? Кто, блядь? Где ты есть-то вообще? Митрич, ты справа, да? Страж убить. Нет, стой, блядь. Ты бегал за Волкус. Погоди. А у нас команда, погоди, команда делится на два, блядь, сука, на две команды. Одна это сверху, лево и право. Ну да. Вторая это снизу, они все вместе. Ну да. Вот у тех, кто все вместе, должен быть один, блядь, лидер, который, страж, сука, убить. Водит. Кто, блядь, помер? Что хуй это вообще? Да. Смотрите, а чтобы вайпаться, если что, если это тут хуйня, вот это вот, блядь, ты так кинул себе гранату. Куда можно вайпаться, если что? А можно я попрошу? Нам нужно, да. Можно включить хотя бы поменьше мата? Ну, хорошо. Смотрите. У нас есть три человека. Два вверху, это лево и право. Один внизу, который вводит остальных трех. Вот давайте сейчас мы назначим тех трех человек. И с ними мы будем как за каменной стеной. Мы первый этап, во всяком случае, сможем сделать. И понять, что вообще происходит. Ну-ну. Чтобы, чтобы понять, что происходит, надо сначала объяснить людям, как это делается. Хорошо, объясняю. Сверху остается Горщик и Митрич. Горщик слева, Митрич справа. Вот.
Я okay. правильно понял? Да. Им не надо говорить, им надо внизу, говорить, внизу, внизу, погоди, Вова, не мешай. Я объясняю. Вниз падаем. Ну что сразу уза, ну что вы сразу меня так. Так, ну давайте, давай, давай. Расстраивайте. Короче, они остаются наверху, остальные четверо падают вниз. Вот в эту вот в люк, где сейчас стоит тапок, где он туда кинул гранатку, вот, да. Вот, соответственно, туда падаем, берем 4 велика. Соответственно, после этого слева Горчик или справа Митрич говорят нам, какая штука загорается, и мы идем туда. Тот ну, человек, который внизу один и ведет, это будет Вова. Нормально, Вова? Ну, нормально, справа я знаю, там слева найдем. Да. Вот. Соответственно, да. Все идем остальные за Вовой, и когда мы доходим до грибов, нажимаем на квадрат. Вова ведет в то место, которое называет тот человек, который вверху. Тот человек, который вверху, как только мы туда доходим, начинает жарить грибы. Мы грибы собираем. И после этого уходим на другие места. Те, кто сверху, наблюдают за собаками и предупреждают о том, куда собаки передвигаются. Смысл сейчас в том, не чтобы всех захуячить и все сделать, а смысл в том, чтобы набрать хотя бы 60% грибов. То есть из 10, давай, короче, 6 штук. Попробуем. Да. Так, стоп, а вот сейчас какой-нибудь из грибов открыт? Нет, пока не возьмем. Когда возьмете, ну, когда сейчас мы выйдет. Условно это берем, цветок. Там что-то подсвечивается, это все херня, короче. Мы сейчас берем, и, соответственно, вы, те, кто сверху, привыкаете к тому, что вы берете линзы и светите, те, кто снизу, привыкают к тому, что мы идем за Вовой и следуем его указаниям. Окей? Давай. Все, Ферштейн? Угу, давно уже. Все. Слева и справа давайте берем. Да давай уже. Я-то, блядь, что берем? Слева первый. Кто-то побежал, блядь, сука, пидор, вы куда побежали? Почему не бежать? А нахуя вам бежать? Вам светить так, надо. Так, ну лучше встаем, Алёша. Слева первый. Собака, собака. Вот сейчас бежим за Вовой. Слева первому и нажимаем квадрат. Все, нажимай квадрат. Все, заебись. Назад, 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 назад. Назад. Уходим назад. Уходим назад. Кабалов убиваем сверху. Тапыч. Ага, правый. Сейчас, смотрите. Правый, второй. Там собака. Второй. Кабал. Справа кабал. Ааа, блядь. Ты кабала не убил справа? Ну да, он нас дамажит. Все убил. Я убил. Так, справа второй, собаки где? Сюда, сюда. Прям перед ним. Вот сейчас вот, да-да-да, вот они, прям перед вами, тапок. Давай, пойдем. Все, бежим. А, блядь, стой. Ай. Почему вы не за Вовой бежите? Бежим за Вовой. Все, кто, короче, блядь, с шариком, бежим за Вовой. Давай-давай-давай. Все, шарик, бежим, берем третий, блядь. Взяли? Взяли. Назад, 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 скалы, скалы. Все бежим назад, блядь, сука, второй, за Вовой. Второй, давай. Четвертый, четвертый, справа четвертый, да жарь. Скалок поджарьте. Скалок. Ага, сейчас иду. Блядь, я упал, ребята. Поднимайся, там можно. Давай я сверху буду, я хочу быть сверху, слева, блядь. Слева, давай ты будешь слева. Сверху. А уже должно быть? Я поднялся на скалы. Вы вернулись? У тебя какой? Да. Был? Слева дальний, четвертый. Заходим, да, все. Здесь собака перед вами. Справа какой? Справа, не вижу. Странно, что больше прожил. Слева. Слева какой? Слева дальний. Кстати, Вов, здесь такая фишка есть. Пойдем на дальний. Сюда бежите. Хуяч! Не подходи, хуяч! Пока никого нет. Хуяч, блядь, должны, давай! Они должны одновременно. Он сейчас придет, блядь, давай, уходим. Не-не-не, все, Не прячемся, разняется. Собака. Там, слушай, вы не должны подходить по одному, вы должны все вместе подходить. Да, все, давай. Уже захуячили всех. Вниз, блядь. Давай, дамажим, блядь! Тапать! Что тапать, блядь? Я хуячу. Я захуячил собаку, блядь. Молодец, ты же для того и стоишь.
19, да, мало. Короче, смотрите, в чем смысл этапа? В том, чтобы мы на всяких разных таких вот точках насобирали около 60 баф. Поинтов, потом захуячили всех собак, а потом я хуй знаю, что происходит. А потом все. Потом мы должны убить этих собак. Каждый свою. А, и все, да? Ну вот, да. Бежит. Вот. А, задача текста наверху. Задача текста наверху показывать, куда бежать и говорить о посмотрите, том, где... Посмотрите на дома, кстати. Вот у меня 4 стоит. Вот я из ракетницы стрелял. Ну, блядь, я из хуйни какой-то я, стрелял. Я не стала тратить ни хуйни. А они здесь эти? Набираются сейчас. Ну, сейчас все равно сейчас 100 раз не дадим. Сейчас? Сейчас мы просто хуячим в мобок и набираемся наверх. Мы забираемся наверх. Да. Мобы здесь где-то есть. Да. Так о чем мы вообще? Куда? Мы сейчас меняемся, все сделаем. Короче, это... Сейчас простите. Все, подожди. Сейчас мы сначала убиваем всех, потом уже разбираемся. Тапа, ты, пожалуйста, не бегай вперед, Вова, ладно? Вы должны одновременно к сутям подбегать, иначе они потухнут. Да, мы уже бегали, все, вроде. Да. Ну, что-то да, у нас. Вы должны за бежать. Да, муж там, блядь, повод тупил. Ну, когда мы должны были поменять его. Тупит, да, когда ты беги первый. Он не тупит, он... Я вообще хотел остаться наверху, потому что, блядь, сука, я слишком быстрый, чтобы, блядь, умер я. А быстрый как понос, вот реально, и резко. Да я уже добежал. Тут можете понимать, потому что тут вообще поднимание нихуя не помогает. И тут если кто помер, блядь, во второй фазе, то все хуйня полная. Так, давайте еще, сразу разберем собак, у кого какая будет. Да, вот надо собак поделить. Вот у меня проблемы нет, с этим, я... собак? Тапы, заткнись! Тапы, заткнись! У меня с этим проблема. Тебе проще всего вот эту найти, она вот здесь вот первая, вот здесь появляется. Которая первая слева, вот здесь. Ну давай еще тогда. Ладно, давай тогда смотри. Нас шестеро, собак четыре. Ты тогда беги на любую. Ну можно я просто так, вообще буду, можно буду бить ту, которая просто тупо рядом со мной. А всем остальным надо поделить эту собаку. Четырех собак. Я могу правую дальнюю. Они появляются. Давай правую дальнюю. Да. Ты такой охуенно умный. Они появляются на первой точке справа всего и на четвертой. Вот сейчас ты говоришь, пип, да? Что? Нет, сейчас Герман говорит. Еще не называли, молчи, подожди. Герман? Погоди, Герман, ты вверху или внизу? Я вверху. Бля, вот они меня, я вместо тебя, значит, слева, да? А Митрий сейчас справа. Вместо меня? А, окей, окей. Я могу снизу бегать, кстати, но как бы мне не принципиально. Ты ну, справа, да, не снизу. Не пофиг. Вы или спинка поменяйте, говорит. Я, короче, тогда буду слева, потому что я буду вам меньше дышать с тем, чтобы буду меньше пиздить. Короче, я хочу вниз, давай. Это сильный кем... аргумент. Это сильный окей, аргумент. Окей, я тогда справа сверху. Давай тогда, может, я наверх пойду. А водить нас да, кто будет? А кто будет водить? Давай, Серег, ты будешь. Хуй там водить? Занято слева сверху. Да. Слева сверху уже занято, уже тапот там. В смысле, пинку куда, наверх или куда? Не-не, давай лучше ты внизу будешь вводить нас. Смотришь? Мне кажется, у тебя лучше получится. Ну, давайте попробуем, но я хрен знаю. Давай, я вниз пойду, мне черно. Бери ну, туда, это фонарь. Зачем бежать или... в итоге? Кто ведет? По-моему, Вова охуенно водит. Ну, давай за Вову тогда. Вова охуенно, давай за Вову, окей. Мне кажется, мы сверху... Да я вообще чуть-чуть... Получается, сверху тап это Митрич, вы там сможете все, да? Вы про кабалу знаете, там всех убивать надо, да? Да, их тоже надо. Да, да, да. Митрич справа, я слева убиваем кабалов, которые okay. выходят из вот тех вот дверей, mm-hmm. блядь. Которые, видите, две двери такие, блядь, okay. сука, да, главное, да, чтобы ты видел. И да стреляйте только. Видел. Стреляйте только когда все четверо рядом с цветком. Слушайте, давайте, а кто хорошо ориентируется сверху? Подождите, вопрос такой. Кто хорошо ориентируется сверху? Так а сверху ты что ориентировался? Ты прыгаешь, прыгаешь. Сверху, не, ну да. Понимаешь, вот я вот только один из трех цветков по правой стороне в прошлый раз увидел. И смел вас сориентировать. Так показывали же. А, тогда да, нужен Дмитрич и... Не, слушай, погоди. Один из трех это нормально. Первый? Один из трех, он должен быть один из трех.
Нет, как всякий раз, а что там по правой? А я прыгаю тут, бля, и вообще где тут, что это вообще? Ну, сейчас, смотри, у тебя, у тебя справа задача это убить вот всяких мобов, которые там вылезают, и, соответственно, найти тут один из трех, четырех, вернее, который будет, блядь, ну, сука, один, тем самым. Там, они же да, все будут светиться, надо найти. Какое-то... Не, не все. Ну, по очереди они все будут. Короче, вот это четвертый, там рандом. Так, 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 вот это я, вот, давай я к тебе. Вот это четвертый, да? Самый дальний получается. Или, или тот, который в скалах четвертый. Не-не, вот, вот этот ага. третий. Сейчас, погоди, погоди, погоди. Какой третий? Вот этот. Вот. А, в скалах, который третий, да? Нет, в скалах это в скалах здесь, вот в скалах. Вот. Да, это какой? Это сейчас второй. Ты можешь просто сказать в скалах, да? Потому что тебе надо говорить нам, какие светятся. А это первый справа, да? Вот это. Всё. Первый, скалы. Короче, первый и третий ты отсюда видишь, да? Вот, вот первый. А вон третий, да? Если сейчас ты сюда подпрыгнул, то отсюда четвертый видишь. Если они все не горят, то значит в скалах горит, да? Короче, я на минутку, пока вы тут обсуждаете. Ага. Первый, третий. Короче, когда ты стартанешь, ну, возьмешь этот, ну, релик, ты просто прыгнешь сюда, и тебе отсюда сразу видно, короче, ну, первый и третий, да? Нет, вот первый, а, да, первый и третий. Если они не горят, то посмотришь сюда в скалы, если они горят, пойдешь на четвертый быстро. В принципе, сразу вот четвертый, да? Сейчас я только сориентируюсь, как это заряжаться. Так, я сейчас дамажу третью справа, потом как когда дамаг ставит. В смысле третью, которая. Ну, их же две там. А, подожди, или их шесть, чуть я запутался. Их шесть. А, шесть, блядь. Да, справа на первой, на третьей, на четвертой. Угу. Так. Так, стоп, как собак 6, блядь. Собак 6. То есть сверху, сверху тоже нужно спрыгивать и хуячить собаку. Это да. Последняя фаза. Да, все должны херачить. Да какую схему сверху хуячить? Я могу другую спрыгнуть. Каждому нужно поделиться, да, выбрать собаку. Ну я правую третью возьму сейчас. А слева? Ну, слева можно кто взять. Самая простая, которая ближняя, там ее проще найти. Да, правая первая и левая первая. Ну, там еще зависит от того, в какой момент мы наберем 60 бафов, потому что это в разные точки. В общем, я беру левую дальнюю, так? Ну, окей, я тогда левую центральную. Окей. Пойду хоть посмотрю. Нет, будет. Короче, смотрите, нам сейчас главное доходить до того, чтобы набрать 60%, а какую брать, это уже, блядь, может уже там... Ну, я вот видите, надо все равно распределиться, да, чтобы каждый. Ну, лучше сразу поделиться, да, чтобы сразу всегда первым к нему. Смотрите, первый этап это мы учим, куда ходить и кто куда жарит. Это вот самое главное, чтобы выучить. А то, что куда там мы хуячим, мы можем выучить на второй этап. Ну, то есть, сейчас вот мы сделаем, типа, блядь, провалимся, но мы уже выучим, кто куда жарит и кто куда ходит, и кто с кем ходит. И в следующий раз мы уже распределимся на правильные собаки и всех захуячим. Ну, лучше каждый раз тренироваться, бежать к собакам, потому что нас она замечает и бежит на свое место. И можно за ней бежать и посмотреть, где твое место. Каждый раз. Просто мы до того этапа, когда собаки еще молят, нужно дойти, и поэтому... Это понятно, я говорю, что лучше каждый раз тренироваться и искать свое место с собакой. А, и с реликом, то есть ты за то, чтобы сразу всем, да, забывать. Ну, да, 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 ну, да. Жирные — это те, кто сверху, те убивают жирных. Ну да. Так, сейчас. Ну хуй я это все знаю, блядь, так, сука, блядь, в реальной жизни нахуя это пригодится, какие-то слева собаки, право собаки, блядь, жирные, нахуя это все. Блядь, лучше про пидоптевтику почитал, а? Про что? Кстати, Вова, знаешь, тут какой я видел хинт?
Короче, если сверху бегают ханты найтсталкеры, то здесь этот кристалл можно кинуть треугольником и кинуть на всю группу невидимость. И они пробегают, просто забивая на собак. И все. Я пришла, а вы тут уже велосипед. Вова отошел, да, блин. А? Да я тут рассказываю то, что может упростить нам рейд фильма. Например? Сейчас Вова придет, повторю. Ладно. А кто это шумфовый? Я тут пристреливаюсь. Крыло, выбери собаку себе. Я тут затупил, это же не 4, а 6, так что тебе нужно одну выбрать все-таки. Просто смотри, мы сейчас будем тренироваться, и все равно собаки будут нас замечать и бежать к точке. Поэтому ты каждый раз будешь просто одну и ту же точку искать, и будет проще. Так что иди выбирай. В смысле не проще? Если ты каждый раз будешь тренироваться, будет проще. Что не проще? С молоком не... говорите. А? Я говорю, с молоком говорите. Да. Выбери себе точку какую-нибудь. Например, справа вот первую. Короче, крылало. Самое простое это ближняя какая-нибудь, блядь, точка справа или слева. Да, да, слева или справа ближняя, да. Ближе. Проще всего. Это охуенная точка, бери ее. Инфа 100%. Я брал ее. Мы, конечно, не прошли, но было проще. Потому что другие пидоры были виноваты. Самые простые это ближние, да. Правую берешь? Да. Вот. Ну и все, каждый раз к ней бегай. Вот сейчас нас собаки замечают, и они бегут каждый к своей точке. И ты беги к ней. Короче, смотрите, плохо... механика. Механика в чем? Механика в том, что мы набираем какой-то уровень, после этого, соответственно, собаки бегут к своим точкам и начинают их жрать. А, заебись, вообще молодец. Я, ну ты не говори. А, ну в смысле, если ты проходил, тогда вообще норм, соответственно, ты берешь свои точки и ты хлещешь собаку. Всё. Я знаю, я знаю. Все, супер. Давайте мы будем больше траить, потому что мы что-то вот в этой локации уже больше говорим. Потому что Ваиги все на тапота, что он напился, охуеть, я буду в прошлый раз не напивался. Ты напился, Тима стал по-другому себя вести. Прям очень заметно. Да? Че? Я чувствую ответственность. А ты это просто чувствовал? Эфир забиваешь, а мы перестаем коммуницировать. Да. Я могу молчать. Пожалуйста. Воу-воу, не пришел еще? И хули вы никого не цируете? Короче, пойду. Что, нечего его заразить, да? Адский ты стана, блядь. Что там? Слушайте, у меня вот был ключ. У меня сейчас опять один ключ. Мне дали новый, у меня опять один ключ. Ну да, а у нас же тот рейд обнулился. А давайте сходим возьмем, а? Ну позяли. Чего возьмем? Куда? Тюбики вот в этом. Ну после рейда можно забежать, собрать. Сундучок. А у тебя какой ключ? Как называется? Треугольничек какой-то, блин. Иригейшн. Иригейшн. Там Герман знает, он у нас проводник по рейду. Сейчас, погодите. Серега. Да, я тоже за то, чтобы сундуки взять. Сейчас я гляну на схеме Irrigation там. Это, Вов, ты пришел? Я хотел тебе сказать, я видел на Ютубе такой хинт. Если сверху бегают найтсталкеры, то они могут выкинуть дыню по треугольнику и кинуть на всю группу невидимости гранатой. И тогда вся группа просто пробегает, забив на собак, находясь в невидимости. Прикинь? А, ну да, это тоже можно сказать. Прям вообще очень круто работает. Ну, это... А у нас ханты есть? Есть же. Вот я хант, в принципе. Хан. Да. Ну, крыло, наверное, лучше наверх не ставить. А, не, ну, а невидимость сколько бежит, работает? Она может под нас. А давайте кинуть. Потестим. Вот, а давайте вот вы встанете вниз куда-нибудь и... Нет, Серег, смотри, она же с нами бегает. Она же может просто, если мы там кучкой соберемся, она... Внизу не сможете, она внизу не работает.
У вас в руках споры, и если она кинет спору, то споры в центре появятся. Можно только в верхний кристалл кидать. Это а можешь повторить, что там по поводу на сталкере, что должно быть? Ну давай, я встану, кинь. Это. Да, давай. Да, есть? Ты где там? Да, давай. Не понял, что он так не работает? В смысле, а как тогда? А может там другой какой-нибудь ветку надо? Нет, она. Так, подожди. А в нее стрельнуть надо, что ли? А вы не стали невидимыми? Нет. Бля, может я не то выбрал, сейчас, секунду. Не, у тебя не та, я говорю, не та. У тебя это... Локдаун. Дымовушка сейчас. Так, подожди. Нет, снайр-бомб. Да, точно не так. Мы все сейчас озарились. В нижние, да, ветки. Угу. И насколько мы невидимыми станем? Ну вот нам надо посмотреть, да, насколько полезным будет. Ну, короче, она не скоро сейчас озарится. Давайте пока делать что. Короче, ну... не хотите пробежать лишний раз пустой, чтобы сориентироваться? Больше ориентировок. Да, давайте запустим уже. Нет, пробежите сейчас без собак, просто хотите. Давайте уже с собаками травить. Че, в чем проблема? Давайте уже с собаками травить. Потому что это вы. Они в центр не бегут, а бегут только по крайним. И вы будете сразу видеть, есть там собака или нет. В общем, пиздуйте, давайте. Тапыч. Бля, где споры? Вот. Левый, правый. Первый, правый. Вот первый, чего? Пойдем, пойдем, пойдем. Бля, я упал. Ты что делаешь? Я упал. Может, тебе вниз все-таки? Осторожно. Ты точно сверху хочешь? Да, я. Давайте зайдем. Никуда не нажимается. Чего не нажимается? Во-первых, стреляй только, когда все четверо будут рядом с Юпком, слышишь? Да-да. Я да, понимаю. Ну, а что ты сейчас стрелял, пока еще никто не пробежал? Не, я вообще туда прыгаю. Давай. Давайте я буду снизу, короче, бегать за Вовой. Вот, это идеальный вариант. Самый простой. Это я справа сверху буду. Хули он идеальный, я конечно не понимаю, но он нормальный. Потому что меньше ответственности тебе. Ой! Да ладно, ладно. Погоди. Тут. Подпилить шоколада, еще другая фитка шоколада, потому что там, блядь, другая ответственность. Давай, запись. Да, да. Заходите. Я уже лайкнусь. А мне как, блядь, отсюда выбраться? Откуда, откуда? Я знаю, где я буду. Да, забейся. Ну, вообще-то можно выбрать отсюда. Блядь, там выйти сможешь. Сейчас мы его в тюремочек. Сразу паркуем сюда. Надо пробовать. Кто сверху то будет? Я троих замочил, нихуя себе. Справа сверху я тогда буду, Горчик. Вместо топота. Нет, я слева справа, был. Сверху. А, ты слева, я тогда слева от Лайки. Справа сверху, нет. Зачем я тогда слева? Я почти сомневаюсь в том, что он, блядь, не будет. Это вот что сейчас пробулькивает? Я говорю, что, блядь, нам как-то лучше сориентироваться, а только эта хуйня получается. Ну, вроде бы он сказал какие-то слова, вроде бы понятные. Да? То, что вам непонятно, это, блядь, понятно. Давайте скинем сюда почему угли. Что? Лучше курил, чем пил. Да, что лучше булькал, чем курил, чем пил. Хоть и пидор, блядь, я не знаю, толстый. Видимость. Готов кинуть? Да, давай, только нас сразу. Так, что-то так, что я
Давай, сюда. Интересно, он сверху кинуть. Да. Блять, главное. Не выходи, а бог. Вообще не видимость работает. Ну, она секунд на 6 всё работает. Что потом с ней делать, хуй знает. Ну, мало действует, конечно, да. Перм, напомни, пожалуйста, какой перк у этих штанов? Чего, каких штанов? Да он бесполезный. Кроликовых. Ну, он дезориентирует врагов при додже. Ну, с ПВП может. Хуйня, короче, да. Ну да. ПВЕ он не нужен. Тем более у него мобильность, так что ты лучше другой что-нибудь поставь. Так, ну что? Я все свои комментарии, которые хотел про штаны, уже проигнорировал. Следующий появится, давай, они давай, уже будут озвучены. Окей, окей. Слева первый. Ходим за Волой. Че внизу? Слышал, наверху. Че он наверху? А, понял. Можно бежать, собака там левый, вдалеке. Первый? Да. Пойдем. Вообще? Еще давай, последний. Давай. Все охуенно. Тихо. Собак. Кто там справа? Правый треть. Хватит. За Вовой. А че, мы противоположно кабалки было? Или как? Блять, собака на... Сука, мужик какой-то, блять, пиздец, и собака еще какая-то, две, блять, охуеть! Ну вот что это за спам, блять? Что, блять, сука? Что я должен делать, если я выжил? Посмотрите, где собаки свои сейчас. Просто посмотрите, где собаки сейчас делают вообще. Нет. Блять, какую хуйню ничего не нажимает, я не знаю. А почему здесь нет собаки? Что-то я не понял, она что-то кончится, что ли? Что, блять, за хуйня? Ой, я прям напротив. Ну что? Ой, я собаку жарю, блядь, охуеть. Все умерли. Опять. Вот сейчас объясните, какого хуя я был внизу. Потом какая-то, блядь, была хуйня. Потом я забрался наверх, взял линзу. И жарил ребята, собаку, блядь. Схема есть, короче, в настройках тусовки. Так. Забейте тапота. Нет, слушайте. Забейте тапот, конечно, вариант. Но, блядь, от этого... Проблема в том, что какого-то хуя я имел возможность подняться наверх и жарить собаку, это, блядь, не меняется нихуя. Такого, блядь, не должно. Но жарить надо и гранатометы. Ну я помню, блять, вообще. Да я там просто. Я поднимал. Что-то у меня. А, короче, у кого хэви уже полный, тебе лучше не убивать больше. Да. Че? Ну, чтобы другим достать. Да. Ну или там разминать их. Ну вообще, каждый свои. Просто когда ты убиваешь, моба падает в кевике. Типа если, падает, если ты не рядом, то не падает патрон, да. Там есть дамаг на нас, по-моему, это не падает. Не, по-моему, если ты не рядом, потому что если даже начал рядом, то типа падает. А нам не надо обнулять эти... Стерпи, обнулять. Я сейчас это стоял на луче, стрелял по цветам, а потом... Слушайте, а как? Так, что, говорит? Так, слева первый. Бля, уже сразу убежал. А, понятно. Потому что Тапота заметил собаку. А, то есть когда кого-то палят, ты... Да, да. Так, пойдем, ты вовнутрь. Я... Вовнутрь пойдем. Я внутри. У меня нет нихуя этой, блядь. Хитрич, внутрь прыгай. Умрёшь ты. Внутрь прыгай сверху, через люк. Быстрее, всё. Страж убит. Просто, чтобы мобов не убивать, страж опять перемещать. Сейчас сразу с этого не надо. Слышь. Ты всё зафейлил. Так, поехали. Слева первый. Слева первый.
Правый скалы. Давай делай. Правый скалы. Чё заебись. Так, что за ёб твою мать? Чё с мобовым? А вот, блядь, кто это? Кто это, сука, рогатый, блядь? Это Пинк. Пинка заметила собака. Да нет. В финале Пинка. Да, да. Да, потому что был последний, блядь. Я помню, что это... был. Что у нас последний? Это меня спалили. Да, ты хорошо. Там не пишут, что вас спалили. И вообще не важно, вообще он толпой ходит. Короче, я, блядь, буду приседать в гранату и бегать за Вову, и все. И молчать, чтобы... Да. Блять, я мью, я говорю, я мью поставлю, не похуй ли тебе будет, буду ли я молчать. Серег, ну да. Ты же иногда все-таки дельные слова говоришь. Ну, очень редко. Например, пидоры или что вообще? Слушай, у нас один номер, куда мы рельсы берем? А, ну вот. Давай. Не, я поднимусь. А у вас там талончиков хватит, сколько вас поднимают? Да какая разница сейчас все равно. Ну просто все равно тренируемся. Да, да. А талончиков, вот, как говорится, в Советском Союзе просто дохуя. У нас сейчас все эти кончики. Блин. Так, я нихуя не вижу. А вот я, кстати, сверху, слева первый раз. Правый 4. И вот... Слева деревья. То есть тоже 4. 3 или 2, я не знаю, деревья это какой по счету. Второй. Давай, давай, давай. Перед вами собак. Съебись. Блять, закончилась, сука, хуйня. А как не пришло за это? Все, блять, хуящим, блять, хуящим давайте, ребята, блять. Все, кто бывает. Лучше бежите, бегите в центр, а я почти, блядь, её захуячил, блядь, потому это что, сука, где... Охуеть! Да, что-то меня прям очень Ивану напоминали, когда тут на штуку с Иваном. Ладно. Он, наверное, тоже пьяный просто был. Нет, он такой парень. Да? Да. Ну, там еще живой. Пьяный или что? Когда пьяный, я предупреждал. Нет. А вот и нет. Блядь, у меня 10 килов, сука, сосите. И, блядь, вор без дэмэдж, блядь, больше всех. Так ты собаку ловил. Почесал собаку, да. 12. Ну, баф. Я ее почти убил, между прочим, 2/3, блядь, было. Она, блядь, самая большая проблема сейчас. Как ты любит боссу? Я просто не стреляю, что ли? А мне он помнит, что там что-то... Ну, да? Все помню. Что, сверху было что-то? Помнишь? Да собака там, которую его убил. Вот я сейчас молчу. Вот-вот я как раз подумал, ты там не понял. А, еще внизу, сори. Кстати, правый один. Если по правой пойдете. Блять, я упал. На правый, не правый, хватит. Первый. Подожди, подожди. Подожди, что? Убирай. Слева. Нет, слева правый, третий. Подожди. Там собака не может. Стапыч, отойди из налево. Увидишь сейчас тебя.
Норм? Стреляй, Леныч. Давай, хуяч, хуяч. Что там слева? Слева впереди третий. Охуенно, блядь, сделали. Че? Все вроде. Блин, не вижу собаку, все равно не могу сказать. А, не, нельзя закрыть. Вот я сейчас бы мог на вас кинуть, наверное, или нет, но далеко. Хуяч, блядь! Тихо. Тихо. Все, можно. Сейчас можно было уже. Потихоньку сначала. А вы, подожди, вы где? А почему вы там-то? Это четвертый. Да мы левее, блядь! А вы не так пробежали, понятно. Да. Вам надо с другой стороны лучше обойти, лучше налево уйдите и с той стороны не пробили. Она сейчас все равно развернется, но лучше вот за волны, налево за волны. Она развернется сейчас. А, блин. Все разберись. Нельзя подходить, пока никого не крыло. Давай, хуяч, блядь. Вот смотри, сейчас вот они. Хуяч, давай! 24. Все, заебись. Просто очень долго. Блядь, ебаный насос. Аааа, за кем? За пинком, блядь, сука, да. Это блин. Чего? А вы говорите, тапок пьяный. А, нихуя. Кого вы заебали? Что? Что? Да, вот смысл подамажили. Подамажили, всех сдамажили почти по минимуму, но их убивать нельзя. Ну только надо собрать побольше сначала. Сейчас умрете. Вам давно уже внутри надо быть. Страж убит. А что там, смотрите? Мы здесь и захуячили. И там что же. А как так получилось, я не знаю. Потому что надо внутрь прятаться. Вовнутрь заходить сюда. Там всех убивают, кроме. Ну, ребят, как бы за нам нужно за раз это делать, а не за, блядь, сколько, а? Согласен. Ну, мы сейчас пока тренируемся, чтобы на бобов не тратить время, лучше вернуться и заново начать. Ну да, типа мы сейчас тренируемся, чтобы смотреть, где, блядь, собаки и куда прыгать. Слушайте, а почему мы сейчас проиграли? Потому что там через... А собака увидела Пимка. Заметили собаку. Ну, Пимка, ты заблудишь? Блять, а кого она увидела, сука, блять, если она увидела Пинка? Ну, брат, ну что? Откуда она Пинка? Потому что я видел, как она увидела Пинка, блять. А ты не видел, что я рядом с тобой стоял вообще, нет? Ты был чуть дальше. Кого увидел, расслабьтесь, я все равно куча бегает. Да, давай. По крайней мере, должны. Короче, почему ты снаружи был? Тебе в центр надо припрятаться в бункер, который... Всё, понял. Ну вот я говорю, что... Всё, понять надо. Я поняла. А я уже не могу понять. У меня есть. Я могу. Такого уже понимаю. Бамба-лейла. Берите. Слева есть. Слева. Берём всякую хуйню, берём пинг, берём. Давай, алё. Слева первый. Слева первый. Блять, бегу. Давай, хуяч! Давай. Блять, баф идет назад. Справа чего? Справа я убиваю мобов. Да, ну на. Справа к скалы. Блять, скала это какая, блять? Вторая, третья, вторая, сука. Вторая. Не, нет, лучше скалы называть дальше. За Вовой. За Вовой, блять, хуячек. Давай подходим. Блять, я не могу его убить. Кабал. Кабал. Смог. Но, блять, я не смог забрать хуйню. Дмитрич, а ты убиваешь со своей стороны кабала или в него сразу? Я слева взял. Лучше каждый со своей стороны убивай, а потом еще. Понимаешь, я когда выхожу туда вот на скалы, меня четко занимает левый табак. Я его. Ну я.
Не, просто я сейчас в него сам стрелял, то есть я выглядел из своего, в общем. Страшно, я, если честно, не знаю, как эффективнее пока будем разбираться. Ну, я сейчас вот... Я не знаю, у меня исчез релик, я спрыгнул наверх, я видел, что там нету, блядь, никого, кто взял бы линзу, я взял линзу. Так, слева первый герой. Ты там не помер? Я не помер. Я не помер, у меня просто исчезла, блядь, эта хуйня. Надо поднять. Сейчас вот с линзой я помер. Ну, давай, блядь. Да. Давайте. Смотрите, короче, если я... если пропал релик, то я линзу не беру, так? Нет, конечно. Окей. То есть я бегу вниз и беру там снова релик. Ну, по идее, там, ну да, да. Чтобы сразу типа начинаем заново. Норм. Я понял. Understood. Пиште. Сейчас плохи пидоров. Это плохи всего. Блять, вы говорили, сейчас буду записывать. Не думаю, что я буду это пересмотреть. Кросс-карт геймплей, сейчас вся хуйня полезет. YouTube, блять. Вот ты потом завтра сам посмотри, как ты играешь. Я охуенно играю! Я, блядь, даже пьяный, охуенно играю, в этом уверен, блядь. Потому что, блядь, только в табличке, а потом, блядь, каждый раз. Сука, блядь. В табличке, блядь. Не на шестом, блядь, месте. Телефон или, блядь, какая-то хуйня. Сейчас я, блядь, веду, блядь, вам. Герман, ты стримишь это, да? Нет. Застань, пожалуйста. Ладно, сейчас. А что я тут? Кролик. А? Сейчас все захуячим. Да у меня пароль. Пароль на YouTube. Да, пароль на YouTube. Это что-то за ёбаную мать. Тапот, ну что за херня вообще происходит? Ну блин. Все, я пароль ввожу на YouTube, что ты, блядь? Ты это важнее, чем рейд. Я запустил стрим. Че, ты будешь смотреть? Нет, я сейчас тоже буду свой вводить, блядь. Нихуя подумал. Потому что вдруг неправильно будет стрим. Блядь, Вова! Вот пораженческие настроения, это, блядь, вообще, сука, нихуя, блядь. Давайте сходим за сундуком, пожалуйста. И бать, а потом в новый рейд. Или пойдем за сундуком, да. Ну да, у нас просто чуть-чуть не получится. Сейчас сумка. Нихуя подобного. Ирригейшн, да? Сейчас я гляну где-то. Ну вообще. Запомните. Жму. Блять, какие выбыть Gmail-то, блять, сука. Точка ком. Блять, нет, сука, вперед! Пидоры. Что происходит, а? Там не дышит. Гугл, сука, пидоры! Да расслабься, я уже. Стрим. Так, короче, вот. Я так покажу по телевизору. А, ну понятно. Блять, ну сука, могли бы Sony сделать попроще, что это бьют-то, а?
Блять, какого хуй неправильно-то? Я, блядь, в какую-то сказку попал. Просто как непонятно, какая она. Хорошая. В это же шоу бы нехило, как вы. О, я сейчас, кстати, Монти Пайтон смотрел в последнее время. Это охуенная тема. Наверное. Сменить тему не вариант, ага. Итак. Охуенно, блять, пошел! Какого хуя у меня. Ое. Борис нет, ну ладно, хуй с ним. Так. Не факт, ребят, я буду в лицеприятном виде, блять, да все хуй. Я нашел, короче, саундтрек. Да так. Внимание. Да. Что там? Сейчас рефан пройдет. Мне кажется, я догадываюсь, что это будет. Сейчас будет, ребят. Поплезет. Да. Между прочим, старт бровь кастинг. Первый, иди сюда. Куда? Сюда. О, я там карту смотрю. Нельзя. Я всю эту хуйню стримлю. Я тоже стримлю. Я подметаю, блядь, главную тарелочку. Встань в центр, тапот. В центре подметай. Да-да-да-да. Тапот. Тапот, в центр встань. Я в центре, блядь, стою. Нет, в центр нас. Центр. Центр, встань и подметай. Центр. Центр. Между нами. Вот, вот так, да. Ну хотя бы смешно, вот это хотя бы. А вы говорите Division, блять, какого хуя Division это может? Нихуя он не может! Ну да, метил там нет. Какого хуя Вова стоит? Вова, ты сачкуешь. Вова, соберись. Я зато. Включи танец. Танец включи, блять. Вова, Вова, блядь, подводишь, молодец. Я дискотека включил. Я погоди, ты сейчас вот. Электробуги будет. Мы соберемся. Так, ну что, мы это, в новый рейд идемся или нет? Мы сначала идем. Погодите. Так, мы старые, ты будем проходить или нет? Да блин, потому что в новый, Вова, Вова, блять, я помню новый. Блять, там фазу убийства босса, мы, блять, сука, скорее собак пройдем, чем эту фазу. Ну давай теперь до босса дойдем. Там же до босса легко вроде бы. Так мы там прошли уже. О, я там бы прыгать, да, я бы попрыгал, шоу, да, прикольно. Да, пойдем, сходим, допрыгнем. Ну, давайте за сундуком. С пьяным тапотом там сундук. Будет заебись прыгать. Сундук, давай сундук. Я вот, короче, нашел карту, Irrigation, я не понимаю, как туда идти. Давай, мне, конечно, извините. В новый рейд. Погоди, ты про новый рейд или про что? Я сундук. Про сундук. Давайте, сейчас я, короче, отдам этот руль, например, Вове, и пока буду карту смотреть, а вы... Кажется, я уже стримлю, поэтому вы имейте в виду. Да мы уже все, что надо, мы уже постримили, не переживай. Нихуя подобного.
То, что как бы сейчас, вот это тот момент, либо когда... пешком дойти. Это то, не что идет вообще, блядь, сука, в паблик. Какой кошмар. Так, то может мы прямо от собак дойдем? Слушайте, я понял. Если... Если я буду баллотироваться в президента, то это, блядь, будет достоянием, блядь, сука, гласности. Герман, ты знаешь? А, блядь, сука, не упал. Не. Так, сейчас подниму. Я сейчас, короче, я кинул в чате карту. Поднял, карту. Поднял. Страш убить! Блядь, да, под когтя много, а. И... То, блядь, помер! Я... Охуеть. Короче, вот я кинул карту, и пытайтесь понять, как туда идти. Уходите. Я причем две кинул, я не понимаю ни по одной. Да там можно же... Да вообще, чтобы ноут открыли, блять, охуеть, а? Да хуй ноут, блять, а в телефоне нет, что ли? В каком телефоне, блять, ты ебанулся? Да у него Nokia 3310. У меня, блять, iPhone, я съебаю, блять, ноут, ты что? Нет, батарея день не живет. Так. Так оно тут рядом получается? Нихуя не понимаю. Она а рядом, но мы здесь не откроем сейчас. Да, здесь эта дверь закрыта сейчас. Она откроется, когда мы пройдем. Тапочка. Давайте пройдем. Давай сначала. О, нихуя себе! Это, блядь, не выбитые пиксели, это просто какая-то хуйня, блядь, была у меня на мониторе. Да, давай, отправляй. Сначала рейда опять. И мы попробуем дойти. Тапочка. Сначала рейда. Как сначала стартанет же. Да, запускай просто рейд. Блять, ребята, не пиздите. Мне сейчас Крылучев спрашивает. Че? Тапочка, вот ты вот посмотри на меня, вот я сейчас стою перед тобой, вот я. Такая вот с толстеньком. Сейчас, погоди. Давай. Блять, наоборот сейчас. У меня сейчас дрочник был наоборот всключен, блять. Слышишь меня? Following application will close, блять, я выбрал, блять, Destiny, запустить, охуеть. А, блять, два, да. Все. Окей, дальше. Так, крыло. Да, вижу крыло, так. Вот я стою вот перед тобой вот желтым красником, такая красивая девочка. Желто-синеньким, да, девочка, возможно. Возможно, не факт. У меня ушки сворачиваются от его маты. Не ебал на курицу, правда. Хорошо, я не буду материться, да. Спасибо большое. Вов, я тебя не слышу за тапа, там тапа помочь. Что ты голдёшь, Герман, ты чё? Герман, потому что все выйдем сначала, то это рейд потом будет сначала для нас? Не, собак будет, собак. Точно? Ты уверен? Да, точно. Я стартую его с нуля тогда. Да, давай. Я все равно нихера не понимаю, куда бежать. Вот, я сейчас процитирую товарища Станислава Яковлева, кто бы это ни был. Я веду себя сообразно своей природе и требую уважать мои культурные особенности. А, я... Культурные ходим так, вентилятор, потом... Там я не понимаю, мы куда-то вышли, это не я виноват. Давайте в новый рейд пойдем тогда, ладно, окей. Давайте мы сначала в новый рейд, а потом за сундуком, потому что я нихуя не понимаю, куда идти. Короче, потом, чуваки, как минимум, сначала. Чуваки, как минимум, прошли. мы сегодня прошли арену. Да, это да. Просто большое достижение, которое я могу поздравить вас вообще всех. Которое, скорее всего, мы проебем где-нибудь. Подожди, у нас из нового рейда есть 4 достижения. Первое — это бани. Второе — это арена, третье — это собаки, четвертое — это последний босс. Вот мы два из них уже сделали. Мы сделали бани, мы сделали арену. Половину сделали. Вы сделали, это не значит, что это засчитается, то, что придется делать еще, скорее всего. Да считается, не считается. Это все зависит от банжи, которые, как бы, понятно, что пидоры. Это умышленное. Я сейчас это на ютубе смотрю, можете дверь пока открыть, я сейчас на ютубе гляну, как там идти. Да. 1, 6, 3, 2, 5, 6. Ой, 1, 5, 3, 2, да. Ну, блядь. Ну подожди, ты правильно, что 1, 5, так? Так. 3, 2. Цифры-то там такие везде. 5, 6. Нет. Ну вот, заебись. Нет. Как нет? Нет. А что, 6, 5? Шестерни, по-моему. Я не помню. Точно. А, вы 1, даже 5, никто 5, не помнит, что 3, 2, 4, 6.
дальше, я последний. А, 4-6. Так, стоп. Я один. Один. Пять. Так, вентилятор. Запомнили? Нам через вентиляторы. Ох, сейчас три. Ох, пиздец. Два. Два. Четыре. Шесть. Шесть. Нет? Нет, короче, бля. Пидоры. А, вы до сих пор не открыли, что ли? Да нет, конечно. Давайте один. Давайте. Один. Пять. Пять. Три. Три. Крало, давай. Четыре. Пять не было, погоди. Стоп! Стоп! Кто не сжимает? Один. Пять. Пять. Три. Три, шесть. Два. Два. Четыре. Шесть. Ты не успеваешь, но быстрее надо. Ты один. Блять, не нажимайте просто и все, я успею. Ну давайте, отойдите вообще все. Отойдите. Один. Пять. Три. Два. Четыре. Четыре. Шесть. Еще ой, раз. Такие, что? Еще раз. Сейчас ну, все давай. Будет. Ну что, ничего, пока Германович, это может бегать, да? Да я уже смотрю, можно бежать. Че, вам подойти открыть, что ли, что там? Ну тапот хочет сам. Он один, что ли, пытается? Да. Не пиздите, блять, сука! Вы что, издеваетесь? Прикольно, а ты знаешь, я сижу подальше и смотрю, как они за ним туда-сюда, туда-сюда. Блять! Ладно, пойду к вам. Пидоры, блядь! Туда-сюда, туда-сюда! Мы в тебя верим, ты справишься. Мы потом пойдем к итальянам, да. Может, пойдемте в рейд сначала, а то этот ящик геморрой свистят. Да нет, там просто дойти надо. А что, там убивать надо будет в конце или нет? Я не знаю, туда дойти. Не-не, там просто дойти. Там дойти, потом убить надо будет эти, блядь, ебаные турели. Давай, Горщик, хуящ. Я вот не смог, потому что эти пидоры стояли. А чё они, смотри, чё не залетел так заново? А вот, видишь, тоже не может. Может. Чё, заебал ты пошёл? Колбу разбили. Это что значит? Ну, коляна, колба разбил. Ну ты чё? Хуй там! У коляна колба... У коляна колба билась два раза, блядь. Страш убить! И хуй это был на это похоже, кто там помер. Это уже становится очень смешно. Да, уже становится весело, ладно. У коляна колба билась, когда, блядь, я не знаю... его несешь и так, сука, на кухню так, блядь, махаешь, так и, блядь, она бьется. Кто стоял за нами, когда мы смотрели на тапочи, блядь, только не тубы. Запишите, пожалуйста, мне. Что? Кто запишите? Зачем запишите, что вы несете? Так, Герман, ты нашел куда идти? Да. Сейчас здесь всех проведем. Здесь сейчас крыло будет падать, скорее всего. Я буду не поднимать. Будет, так что... Я сейчас жёл. Зол на женщин, поэтому, блядь, сука, крыло по-любому не сможет. А ты пьяный всех бесишь. Сука, я трезвый всех бешу, чё ты, блядь, нового крыло. Нет, всё, Серёг, ты когда трезвый, ты более-менее нормальный. Да, ещё можно терпеть. Хуй ты угадал? Это я просто притворяюсь. Да, не спеши вот так понемножку. Раз. Ну нам дальше вообще. Что, блядь, стоит, раз сразу, блядь. Сразу убит. Ты че здесь? Я говорю, что они не будут нихуя. Я просто здесь стою, чтобы если что поднять тебя. Давай дальше. Я уже прошел. Хули меня поднимаешь. Там сейчас, короче, не дальний коридор, а налево, который сразу короткий. И
который так. После вентилятора. Поняли? Страж убит. И дальше что? Да, съели, понимаешь. Чё после, блядь, этого коридора-то? Когда поднимаетесь, не по длинному так, коридору, сука, а по короткому. Сука, надо сидеть, ты с первого раза прошла, ни разу не упала. В смысле? Я вроде же равно тут, блядь, сука, ты прошла. Да, вот сюда. Поднимайся. У меня интеракт уже, блядь, сука, стоит, сейчас со всех захуячу. Так, подожди, где кровь? Дмитрич, возвращайся. Ты внизу ещё кровь? Дмитрич, надо удалиться. Ага, блядь! А крыло что-то вообще не будет. Потолок. Все уже, и, блядь, сука, этот невозможно убить. В смысле, что нужно всем собираться и уже хуяч. И тут налево. И там дальше вентилятор. Короче, здесь фишка в том, чтобы стоять спиной и упираться в эти вот. Фишка в том, чтобы всех убить одновременно, блядь. Да ну, пошли. Куда вы пошли, погоди? Мы не туда вообще. Вы, блядь, вы не там вообще, вы. А, вы еще вентилятор. В смысле, еще? Подожди, вас ждать тут? Или вы. Страж убит! Кого-то сдуло нахуй. А, это Вова неудачник, да? Не вставай, я бы тебя поднял. Чё, потом надо куда? Надо нажимать на эту... Вот, тут этот надо. Есть, как его, реквайрс, вентилятор ки. У меня нет такого. Страж убит. Страж убит. Нет, короче, тут, чтобы использовать какой-нибудь ключик, нужно дойти до какого-нибудь, блять, сука, этого, как его, места, и там кого-то убить. Прям там вообще не везде всех. Во, слушайте, мне есть грамм надо присесть. Кого поднять? Короче, смотрите, тут вентиляторы, они работают периодически, и поэтому можно типа их еще. Страж убит. Так, вы страж бы убит. Деактивировать. Вы держали, блядь. Да там так все равно не получается, по-моему. А нужно деактивейт нажать просто и все. Ну вы же должны там сидеть, чтобы остальные проходили, а вы пробегаете. Сейчас я нажму деактивейт, блять. Нажал. Крыло, чем бежишь? Бежи. Чем нажимать-то? За эту штуку, за эту штуку. Все, уж пробежали, зачем там нажимать? Беги. Все, давай. Ой, страж он... убит! Почему? Он же не крутился, через херня. Не, это второй. Они не только дурацкие, они еще и всасывают, понимаете? Страж убит. Я же нажал один. Да здесь же нет. Не-не, нам дальше. Другой. Я добежал до крыла. Стой. Стой, блин, не надо, я бы тебя поднял. Ну. Короче, крыло, пробегай к остальным. Страж убит! Это горчик, это честно. Он там тоже. Ну, он сам в смысле может, да. Да все верно, да. Все пробежали? Да нет, кого можно. Смотри, вот сейчас вот добегаешь и встаешь вот сюда, просто спиной опираешь вот здесь. И ждешь, пока он. Ну ты должна спиной упереться сначала. Угу, настал. Что, сам? Я за тобой попал. Думаешь, не нафиг прям делать или что? Короче, все бежим к горчику и пинку. Ебать, как далеко я. Дмитрич, ты последний. Ну смотри, просто доходишь сюда, ты стоишь, ты напираешь и здесь. Я забежал. И стоишь, ждешь следующей фазы. Да, беги. А, ты где? Вперед. Давай, пробегай. Он остановился, все, бежишь дальше. Можно выключить, чтобы тебе проще. Проходи, сейчас я выключу. Ну где ты? Да. Здесь тут, тут все, вставай, не будь. Я активейт файн, я сделал, блядь. Ну, вот, вставим, где Серега был. Да, все, бежим. Вперед, пинг. Все, Серега отключил, побежали. Да, побежим. Где ты там? Иду я. Крало, давай. Ну просто он сейчас включится. Давай. Нет, страж убит. А, блядь. Сейчас я тебя подниму. Я тебя подниму. Хорошо. А, ты можешь сама вставать, там далеко очень. Сам не ебнись.
Да, там она далеко очень, я думаю, что она ближе. Короче, Кролл, пробегай, блядь, первый вентилятор, просто. Смотри, вот сейчас вставай. Ты сейчас встала, где я, да? Не буду. Где ты есть? Погоди. Я из первого вентилятора, видимо. Давайте попробуем. На пультах встанем, и она побежит. Короче, давайте быстренько добежим до туда, до места, и потом прыгнем туда. Стоп, Кролло, где надо сейчас? Стоп, погодите, минуточку. Давай, беги, отключил. Ну что, кстати, крыло там, где. Крыло там, где надо, нет? Да, ну, в конце. Да зачем здесь? Ты беги дальше, я отключу. Дальше беги. Страж убит. Там стоит, он другой крутится, куда я побегу? Давайте просто на пульты встанем и все, и будем отключать. Да они нет, не помогает. Даже если сидеть, он не отключается. Не всегда отключается. В смысле, постоянно просто стоишь, я вот возле одного стою. Постоянно не отключается. Ну, я попробую, конечно. Ну вот, я стою, отключаю, он раз через 10 секунд включается, и вот тут отключаю. Вот. Все, беги дальше. Так нужно-то беги. Куда? Нужно встань, куда, скажите? Нужно куда, вот. Нужно к куда? К Митричу берите. Или к Вове. Блин, Митрич. Короче, мы стоим, мы стоим этих у центров и просто деактивируем всякие вентиляторы. А мне нет. Вот там, где там нужно возле этого горчик встань. Деактивируй эту хуйню. Я деактивировал, но умер. Сейчас добегу. Сейчас я подниму. А, сорян. Блядь, зря. С другой стороны. Так, о, погоди, крыло встало нормально, там где надо. Страж убит. Стоп. Короче, Гочек, встань там, куда нужно прибежать, или кто-нибудь встаньте, куда нужно прибежать. Беги, беги дальше, маленько. Беги дальше. Только давай ты сама не вставай больше, ладно? Мы тебя будем поднимать. Все, нормально, бежим? Да. Бегите, здесь окей. Вот. Секунду, бегу. Кинкерток. Беги. Отключено. Я держу вентилятор. Бегите. Вентилятор не работает. Бегите. Я последний пробегу. Ну там пинг. Пробегайте, все. Все, вентилятор. Бегу. Все, смотри, что там дальше. Активируем наверху. Спасибо большое. Да нет. Заебись. Вот туда. Да, вот туда. Сюда, да, все, заебись. Вроде, налево? Это направо. Вниз. А, направо, да. Окей. Там где красненько. Иди сюда. И снова направо. Вы там нашли уже, да, ничего? Да, тут. Подожди, тут сейчас я там где фиолетовая. Там где фиолетовая, да? Тут да. Босс уже. Дальше. Охуеть! Вот ты смотрел, да, дальше, как дальше бежать или что? Я тогда не смотрю. Ну я смотрю, да. Okay. Ух! Так, сейчас подожди. Блять, я не вижу нихуя. Бля, коник охуенно кривой меч, просто пиздец. У них меч просто, блять, я не знаю, это хуевее, чем у меня рис, блять. Слушайте, я тут темно, я не знаю. Наверх. Бля, что-то коридоры там дальше вообще. Что-то куда-то монитор там. Так. Видишь, где я? Вот сюда, смотри, наверх, посмотри, кругово. Наверх. С другой стороны, видишь? Фиолетовая. Синяя. И теперь наверх туда. Ага. Красная. А дальше какого хуя? А, все вижу. Отлично. Все, давай дальше. Бля. Ну хуя они сделали эту всю хуйню, блять, а? Да ты сделал, сука, вообще, блядь.
Охуеть. Так, пойдем сюда. В свое время рейда, блять, сука, фишковый квест, это было заебись, а сейчас нахуя? Это, короче, ты проходишь рейд, и еще потом с этими сундуками ебешься. Сейчас. Куда больше? Мы вообще сейчас куда идем? За сундуком. Сундуку, который после, блядь, арены. Который даст легендарную инграмку и немножко токенов. Охуеть, блядь. Слушайте, ну, мы взяли, например, первый сундук. Чтоб мы проебали, я хочу сундук. Это нормально, иметь награду. Так, а что дальше, как я дальше не смотрю? Я почти умер. Бля, тут нужно падать, блядь, убить этих хуйни, блядь, а уже поздно. Да не надо, подожди, тут. Мы, по-моему, не туда пришли так еще. А, это другой, да? Ты где? А, туда. А я сварю, я ролик смотрю. Убиваем пидоров, блядь, убиваем! Да не надо, не надо это убивать. А что ты туда пришел? Как так, не надо, блядь? Вот. Там где-то наверх надо запрыгнуть. Страж убит. А, тут вот здесь по верхам, по трубам надо бежать, да? Да-да, ты нашел. Вот-вот, ну беги здесь. Вот. А, блин. Что, где, кого? А, вот, да, вот. Где-то внизу. Ну, это какой наверх, где-то внизу. Не-не, не надо было прыгать, Вов. Да-да, да тут это. Страж убит! Бля. Вот я про что и говорил, что геморрой такой, капец. Ой, бля, какого хуя сразу помираю-то? Все, короче, я нашел. Смотрел, где эта херня. Где? В первую дверь. О, блядь, я поверю. Какой-то. Ролл, ты куда? Какой-то. Вернись. Ой, я застрял. Что за хуйня? Там такой. О, я вниз. Там прикол. Ну вот я нашел. Что дают? Блять, его. А я не забрал вообще. Ну давайте заберем. Думал, вас туда ждать. А как туда запрыгнуть? Я к вам бегу. Дают легендарную энграмку и три знака Клауса. Пиздец. Где вы есть-то, блять? А как туда запрыгнуть, если я прыгаю? Ну вот ты там стояла, господи. Ну, во, я возле Кролуло. Ладно, 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 все. Ну вот, беги вот сюда. Да, беги, тут присядьте и иди потихоньку по трубе. Не надо там перепрыгивать, лучше трубе. Страж убит! Страж убит! Не-не, не надо, все правильно. Какого хуя я помер-то? Поднимите меня кто-нибудь. Кажется, вы тут не пройдете, тут нету трубы. Так, где чё? А, опа, это хуйня по трубе, да. Все, окей. Ты не пройдешь здесь. Кто там? Кроу, беги, иди вперед. А я там появляюсь, почему-то, блин. Сейчас я тебя подниму. Короче, нам вот сюда. Нам вот сюда вот. Налево или куда? Бля. Страж убит. Да, пиздец. Невиданная щедрость. Ребзя, подождите меня, какой-то пиздец попал. Нормально все. Короче, нахуй не нужен. Кролла нам тебе сундуки, сюда, да, это, все. Блядь, сука, главное, что должно быть в квесте. Тебе вниз, вниз надо прыгать. Блядь. Стойте, стойте, ай, блядь. Эй, стопэ. Я потерял. Страж убит. Потерял? Ты сейчас. Я вообще. Блядь, я упал. Да you hear me, guys, блядь. Вниз, прыгай, вниз. Да, да. Где он? Нихуя себе, как я далеко появился. Ебать. Вот я вот. Куда мне? Блять, что за хуйня, блять, что за, блять, какие-то ёбаные пидоры, это, блять. Так, пидоры, уберите! Давайте нас доведу. Я рядом тут. Причем инграмма 320, у меня даже в рейде вылупил 327, а заканчивается рейд 320. Погоди, блять, 320 я заебись, потому что у меня 310 всего. Так, вот с кем ты там сражаешься, идем сюда.
Там, блядь, сука, эти ебаные хуйни. Да оставьте их, господи. Бля, реально как. Просто что ты всех не перебьешь. Бегу. Хорошо. Я себя контролирую. Тебе сундук нужен или нет? Че ты там делаешь? Конечно, да, потому что у меня лайт еще, блин, знаешь какой? Никакой нихуя. Так, а вы где тут? Бля, почему я застрял? Я уже прошел, да. И что-то... Куда ты так, пошел? Стоп. Я вижу, блин, Митрич, я застрял, Митрич, что-то. Ты, блядь, давай сделай все правильно, а я, пожалуйста, я за тобой. Вов, а ты где? Я прошел куда-то. Куда? Убит. Ты где прошел-то? Назад, выходи, вот ко мне, видим. Вот. Сюда, по трубам аккуратно. Так, ты чё? Вот я пошёл. Вова, ты куда пошел? Вова, ты правильно пошел? Вова, да, правильно пошел. Вот сюда. Так и так. Ну все, вниз сюда, прыгай. Вова правильно пошел, да? Где, блядь, ты чё? Сюда, тапок. Объясните, ёбаный. Да, блядь, опять я иду. Страж убит! Вот этот ёбаный. Вот я по трубам пробрался, и чё? Вот, прыгай туда вниз и направо. Так, я вижу Кроло-Ло и, блядь, сука, Вову. Сюда прыгай. Так. Вон, так. Блядь, я взял, ребята. Охуенно. Кто-то экзотик. Экзотик, блядь. Охуеть. У меня экзотик на 313, блядь, сука, охуеть. Ненавижу тебя. Слушай, я у меня уже была Legendary на 210. Так, окей, я прохожу катком. Это норм. Все, я прошел, заебись, это нормально, да? Ты сундук взял или нет, Дмитрий, взял сундук? Я не понимаю, где этот сундук. Я вот пробрался про трубу. Ты не туда стоп. Прошел. Возвращайся к трубам. Дмитрий, ты где? К трубам вернись. Где я? Где? Сейчас я все объясню, блядь, не в рифму. Дмитрий, к трубам вернись, как ты проходил. Ну вот я у труб, да, вот. Сюда вернись, ты не туда пошел. Забирайся обратно, пошли по трубу. Сейчас, Дмитрий, я себя, блядь, резну. В смысле, я себя резну и буду я там же. Так, я там, где крыл, вот и там. Вот, смотри, Горчик, я перед тобой, ну. Нам, дальше. Я, да, пошли за мной, пошли. Угу. Ты, блядь, просто не туда пошел. Здесь, короче, 4 прохода и... Где Горчик? Можно запутаться. Где за мной? Как тебе идет? Да, иду. Ну, ты просто так, не в таком не там. Нихуя не там. Вова, осторожно. Ну, там, где должна быть. Ой, кто там? Крыло там, где уже все взяли. Да. Все, идем. Если упадешь, не вставай. Вова, давай. Все. Живи, сука. Я, кстати, съела, почему это бьет, наверное, возможно, да. Я съела штуку, которая дает, увеличивает возможность улучшения. Ты в клан съела? Которую увеличивает дроп, который, типа, да, там отдельная хуйня какая-то внутри в клане, типа того. На весь фартим действует или только на нет? Нихуя, нет, не на весь фартим, блядь, на... Да хуй там не на весь фартим. Ну, короче, что, пошли во второй рейд. Да, рейд сначала башня, потом в рейд. Грамм, ну, да, давай. Давайте мы собак, блядь, сделаем, потому что собаки пидоры, надо их убить. Какие собаки, Тапа? Сейчас не какие там, собаки, блядь, которые внизу, которые, блядь, рыщут там? Тапа. Ты сейчас галдишь без остановки, собаки, блядь. Тапа, какие остановки? Я могу галдить без остановки, я могу галдить с остановкой, я могу галдить, блядь, сука, с перерывами, да, как короче, угодно. Короче, ребят, Тапа, сейчас без 10:03, я вряд ли думаю, что у нас что-то получится в новом рейде. Да. Ёба, ну, ты вначале, думаешь, блядь? Там в начале пешки, мне кажется, можно попробовать. Сундук дают, да? Сундук там. Ну давайте вначале дойдем хотя бы до этого ёбаного куба. Там, да, по-моему, давайте. Вообще там просто хуйня, быть, которую, блядь, просто мы вообще на раз сделаем. Хотя ну, хуй знает. Кстати, когда вниз падаешь, вниз, блядь, вот этого куба, там кольца можно собирать, там сундук дадут потом, да. Вау, да, что за кольца? Да. А, это да? Кольца, которые мы собирали, когда после, блядь, всех платформ, мы хуячили вниз, блядь, и не смотрели на эти кольца, а, блядь, можно тапот, собирать кольца, я тапот, его собирал. Тапот, да, тапот, хватит материться. Хотя бы просто на треть, уменьшить на четверть, на треть, ну ладно. Хорошо.
Мы еще куда летим-то хотя бы? Башня. Не знаю. А, башня, бля. Ну ладно. У меня 4 инграмма. И одна нормального лайта. Блин, у меня 4 инграмма, и куда их девать, я не пойму. А у меня 5. Нахуй не нужны. У меня и так 335. О, у меня 7. А. Короче, ничего нового не делаем. Вот, сейчас нахуй сказал не так. Посмотрим, что мы можем друг другу предложить. Нет, потому что это сказал не... Я сказал не то, кто это сказал. Я сказал, что это был не я. Поэтому не я тогда. Сука, у меня меч охотника упал. Этапа, то сейчас упал пульс райфл, но его некуда применить на 312. Представляете? Говна мешок. Так я о чем и говорю, ведь грамки нахер не нужны. Сайдар не нужен. Скаут райфл не нужен. Мне норм. А я есть хочу. У меня вино и шоколад, я как бы вообще норм. Да, 2 минуты прошли, ага. А ты там это прибухиваешь или ты уже просыхаешь? А ты думаешь, я как бы так себя, блядь, на трезвую веду, да? Да нет, не знаю, что... Вот это теория, я сказал бы, а? Он, по-моему, усугубляет, блядь, там каждый 10 минут. У меня проспектор, что такое проспектор? Шотган. Стартуем? Да. Проспектор это гранат ланчер, а сейчас я гранат ланчер убью. Все равно хуйня, это другое. А какого... Слушайте, а какого хера у меня гранат ланчер не увеличивается на вот этот проспектор? Что за... Что о, мне имперскую инграмму дали, кстати, чуваки. А вы робота даете? Надо до Бенедикта добежать. А, у меня... Хотя три. Ладно, давай. Я побегу, у меня 12. Мне как раз дойдет. О, тебе можно, да. Последние полторы минуты я не употребляю матерные выражения. Вот я подпрыгиваю. Вот идите сюда. Че, куда бежать? Спасибо, вот что сюда. Зашел в Эвергерс. Да. Ну, где я прыгаю? А, че, кто? А где ты прыгаешь? Нет? Ну, я вам показываю. Рядом с икорой. О, слушайте, у меня гранат ланчер увеличился на... Сейчас скажу, сколько. Шел? Ну, проспектор это говно, да? Блин. 12, конечно, грамма 320. У меня теперь гранат ланчер 318, представляете? Я теперь 311. Что творится? Ты чё? Дмитрий, ещё куда смотреть? Да, да, он Бенедикта хотел показать. Парень, а, Бенедикта хотел, он же это знает. Давай. Короче, я вроде почти все собрал, кроме некоторых элементов. Мне дали рокет ланчер рейдовый. Отлично, о, вот им будешь собак мучить. Блин, ты вообще да? Красава. Это самый лучший гранат ланчер, да. Да, да, ты вообще лучший. Его за мьють, я не знаю, за пинь, за что там сделай. А как его? Просто... Покажи. На правую клавишу. Сейчас надену. Ну, этот, который... Sins of the Past. Ух ты, да? Нифига себе, я себе сейчас шлем прокачаю и... Я себе 311. Ну он кластерный, типа там стреляет, и потом еще сплэш дамаг приходит. Да. Ну самый лучший. Не, он просто вообще прикольный. Как Dragon Breath? Ну, да, драконовое дыхание, тот, который в первой части, который я очень люблю. Ну, типа того, да. Dragon Breath. О, кайф. Не горит, а взрывается. Я смотрел видео, там, по-моему, то ли Горщик, то ли Пинг с ним бегал. А это когда мы бани проходили? Да, я с ним бегал. Горчик, да? Да, да, Горчик. Вот. И он просто вообще настолько разбирал, что я не знаю, прям вообще, прям разуплотнял прям вообще в ноль людей. Я поняла, ну, не людей, но мобов. Вот. А, так вот теперь 311. Это много. Прогресс. Так это чего-то, а? А что мы здесь опять?
Потому что уже снова открыли. А, он же здесь, он начинается здесь, все правильно. А чё это? Слушай, я другой что-то. Какая там дверь? А, это первый рейд, да? Второй. Вы вернитесь второй, да. Вниз. Второй. Вниз, погоди, вниз. Куда вниз? Вот где Горчу, где Крово. Так, сейчас. Где Крово, где Горчу, это наверх, блять, это не вниз. Сорян, если тоже не видно. Не пиздите. Хорошо там чувствует. Да, вообще. Сейчас бежим, давайте. Пошли. Не сейчас, да? Угу. Так. Дальше куда? О, вижу, дальше куда? Так, а вот где забежали? Прямо и вниз. Прямо и вниз. Там, короче, самая нижняя дверь. Я уже не смогу вернуться здесь. Короче, вернись в самое начало, и там будет дверь. Самая нижняя, она по центру там. Если бежать сначала, да, то там чуть-чуть влево. Да, теперь вниз. Все нормально, молодец. Сейчас я тебя встречу. Блин, не было. Иди ж где-то под, да, вот где-то под. Вот, да. После прогулки я бессилен, поэтому я включаю. Как ты долбоёб? Где Хан, кто долбоёб? Да не, мы тут двое просто крыло хантами, этот дурак китайцы. Ну не тот, который я на видео выкладываю. Другой дурачка. Просто такие. Давайте вчетвером, давайте вчетвером. Два ханта дурачка такие. Я подметаю, я титан дурачок. Не, да, там есть дырка. А, здесь тоже маленький прыжковый пазл. Ладно, в дырку прыгаем, блять, в дырку, там где пламя, блять, и там где всякая хуйня, типа... револьвера такого, тут... блять, револьвера, да. Тапочка. Тут револьвер такой, я же не вру, как бы, вот я пролез. Короче, за счет телепорта. Какого хуя, блять? Я же возле вас был! Вот. Нас к Сереге, видимо, или нет? Вот. Да. Вот. В чем, блять, был прикол, я не понимаю. Да, блин, ну я знаю, как это Как, давай. О, сейчас будет та хуйня, которая типа вот один во следующем. Прыгай дальше, я уже дальше, да. Все, я третий. Я третий, блядь, не пиздите, давай бегите. Кто четвертый, блядь? Я был. Четвертый, блядь, давайте крыло, молодец. Что ж ты кричишь, ты, господи? Крыло вперед. Если он не будет. Во, последний. Ну вообще все красавцы, блять, вообще все красавцы. Ну во, конечно. Ты тормозишь очень сильно. Кто-то за нами опаздывает, ну. Ну что, а сейчас кто тормозит, а? А, блядь. Ты! Нихуя. Нихуя, я уже тут. А? Кто, блядь? Кто, сука, а? А? Кто, сука? Тормозит. Нихуя подобного. Давай, прыгай! Вперед! Да, я сука, блядь, на платформе, а? Видали, а? Видали? Ты пиздёбнул. Ааа, все протормозили. Блин, скалка что ли? Скалка тут полезна вообще. Не, вы просто пропрыгиваете, там сейчас будут. А там они поднялись? Там сейчас появится, погодите минутку. Ай! Маска поднялись? Да, точно. Сейчас поднимусь. Сейчас пойду. О, сейчас вы просто пропрыгиваете. Это для тех, кто тормозит. Я третий раз. Или для тех, кто ушел за тем, кто тормозил, блядь. Да. Ты тормозил, блядь. Давай, Серега, блядь. Нихуя себе я тормозил. Давай, я третий. Первый, что ли, блядь? Какой ты третий, а че тут? Горчик второй. Горчик второй, блядь. Тихо, не ори, там еще пока никто.
А что, прыгнули, Алёша? Дмитрич, блядь, сука, не на ту прыгнул, блядь, сука, Вася, вообще. А, блин. А, надо в разные. Сука, на разные надо. Дмитрич и Вова, вы, сука, блядь, что вообще делаете? Да вы просто в разные надо решаете. Да. Нет, нужно по очереди. Короче, вот, смотри. Тут нужно на платформу прыгать по очереди налево и направо. Направо, короче, прыгаю, смотрите. А, Митрич, за ним Горчик, за ним кто-нибудь еще, а за ним Пин. Налево прыгай сначала Вова. Вова, давай. Налево. Вова, налево. Сейчас появится будет. Сейчас появится, прыгнешь. Прыгай. Я за Вовой, Кроло за мной. Окей? Нет, не хочу за тобой. Ты дёса. Давай. Сука. Давай, Вова. Слушай, у тебя новой платформы нету. Ну, здесь же. Да, всё будет, будет, блин. Да. Вова, давай. Это не твоя, не твоя. Кроло красавица. Герман, прыгай. Во, давай. Это Вовина, не прыгай. Могу прыгать. Вова, хуяч вперед, давай, 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 Вова, блядь. Это... Куда, куда, вперед, куда? Вперед, блядь, давай, да, хуяч. Давай, блядь. Что вы? Прыгай, прыгай, прыгай. Да, ну смысл, смысл вчетвером допрыгать, блин. Тапа, где твой кальян? Пинк не смог. Закрой кальянчик. Кальяна нету, кальян, короче, нету углей. Вов, мы страдаем весь вечер, потому что нет кальяна. Здесь, да? Я не думал, что это плохо будет без кальяна. Мне надо припасаться, блядь, я не знаю, мешками, блядь. Сука, Вова, ты, блядь, я не знаю, олигарх. Мы в России, мы, блядь, сука, у нас дефицит. Ты понимаешь? Чё, погнали? Слушай, давай я сейчас сейчас мы вместе. Блядь, какой ты березовых повешек, блядь, сука, ты угли купи. Кто на первый? Да, блядь, так, на первый пинг, второй. Я. Так, давай я второй Митрич. А, куда куда, 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 куда? Лучше убить. Да. Я умер, да. Окей. Кто третий? Давай, Кроло. Сейчас будет разветвляться, мы помним. Я третий. Четвертый кто? Кроло, молодец. Ты не прыгивай. Ай, блядь. Страш убит. Блядь, тут вот и тормоз, а. Лайпить. Нихуя. Давай, пойдем. Тоже мы короче, смотрите, мы в прошлый раз запрыгали, потому что у нас была четкая последовательность. Давайте сейчас я соберемся и просто будем подряд прыгать. Давайте. Это не важно. Это я не хочу важно. Шестым, я всегда первым прыгал, хочу посмотреть с другой стороны. С шестым хочу. Окей, вторым кто? Я третий. Дмитрич. Я второй. Вова третий. Четвертый кто? Кроло. Кроло. Пятый. Я с шестым, да, кто хотел шестым. Горчик. Бля, почему он забывался? А, все. Потому что ты раньше прыгнул. Нет. Он просто должен прыгаться. Бля, это откуда вообще хуяло? Давайте, да, прыгайте. Прыгайте туда. Куда прыгать? Давайте, блядь, во, на во, следующую. Страш убит. Давайте Тапа снова будет первым, потому что пока что у Тапа первым все было заебись. Ну давай. Страш убит. Окей. Страш убит. Тапа первым сейчас будет. Блядь, куда вы попрыгали, блядь? Что за люди, а? Сейчас я ногу мусовал, я первый мусовал. Давай, прыгай. Прыгнул уже. Тапа, давай. Я третий.
Я не хочу, чтобы на мне как это происходило. Ты, ты четвертый. Ну, раньше бы я, давай. Здесь Серега. Ну, все, заебись. Нихуя подобного, я прыгаю. А как там, Серега, надо шестым прыгать на эту новую, да? Ну, сейчас сбоку откроется, что там. Ну вот, ну, и мне не прыгать, или как? Да, ты прыгай. Ты не прыгнул. Я просто не помню, как дальше, а дальше? Туда дальше прыгай, Герман, туда дальше прыгай. Это не я, блядь, я прыгаю, через 3 метра. Нет, 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 ты на это был. Блядь. Прыгаем наверх. Рожа, он правильно прыгает, что ты делаешь? У нас новая платформа будет поднимать. Короче, у нас на первую прыгает тот, кто первый, а не тот, кто дальше. Ёба, народ, там вылезли платформу, на которой должен был и правильно делать горки. Это тактика нормальная для всего, и для следующего этапа тоже. Короче, на первую платформу прыгает тот, кто первый. Так не да, да, и поэтому все равно на первый прыгает. То есть нет, скажи. Ты первый не допрыгнешь на нее, когда она появляется в конце. Да, прыгну. Ну ты, блядь, сука, кто прыгнул на мою платформу, а? Что за пидор, блядь, прыгнул на нее, а? Давайте это. Все. Не, стоп, 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 стоп. Сейчас. Ждем. Ждем. Ушло. Наливаем. Налили. Бля, реально. Все, пошли. Даже не пили, еще только налили. Вперед. Еще вперед. Молодцы. Угу. Доехать сначала был новый косино-то, блять. Кто слева там, блять, идет, а? Что-то жалом-то будешь, давай, смотри сюда, все, я покажу, блядь, чё ты там это... Ну давай налево, да, блядь, горочек там вся хуйня. Дальше, блядь, горочек. Теперь ты. Кто там, блядь, пим? Я сейчас умру. Прыгай, прыгай там. Туда, вон, за прыгай. Вова, прыгай. Блин, нельзя двоим прыгать. Неправильно, что? Надо походу. Нет, мало. А как надо было, бля, я не понял, если честно, как правильно. Там нужно дать, чтобы горщик прыгал, а потом уже мы. То есть я еще раз прыгаю? Нет. А вот горщик, да. А? Блин, ну я почти прыгнул. Короче, смотрите. Там дело в том, что мы справа идем, доходим до какой-то точки, потом команда слева идет до какой-то точки, потом уже мы справа идем. Да это понятно, просто вот и там уже все хуячат вперед. Да, вот слева идет раз, два, три. То есть три раза. Окей. Ну поднимите, блядь, ну ладно. Что не можешь тащить? Может оставим его, ребят, а? Да могу. Давайте. Чёрчик его оставим, блядь. Кто это? Кто это, блядь, сука, тут передо мной был, блядь, Дмитрич, да? Блин, ты такой потешный, а? Слушай, потешный! Ты, блядь, на мою платформу прыгнул, пидор! Морожку держи, пукану приложи. Вов, ты можешь там встать? Вот там вот стой. Вот, блять, там... я при уйти могу запрыгнуть до той, блять, сука, противоположной платформы, а вы, сука, нихуя не можете. Пинг первый, окей, я второй. Пинг иди. Давай. Кто, блять, третий? Я уже не знаю, кто четвертый. Вообще не знаю, почему они не поднимутся, Вова уже там. Но он поднимается, когда много всех. Да, там нужно те, кто слева идут еще. Еще он не поднимается сверху. Вот. Давай, поднимайся, блин. Страш убить. А Вова уже там. Кто пидор, а? Без Вовы не поднимется. Вова, давай! Тапок недолет, что можно добрать. Ультав! Ультав в конце закончилось, так бы я долетел. Короче, все поднимайте, сейчас все сделаем.
Почихает, блин, будь здоров. Как он меня заебал, а? Первый! Подожди! Блять, я первый пошел. Второй! Вова, подожди. Давай второй, блять, кто-нибудь второй! Все. Папа, ты уходи уже, блядь. Перехожу, блять! Страж убит! Страж убит! Какой вы спешите-то! Так ты уже должен был переходить. Короче, давно. Смотрите, кто да. Второй переходит за первым, а не, блядь, по какому своему на эти ебаному. Так ты стоял на платформе. Еще раз. Ты стоял только на платформе. Действие, как только, блядь, действие происходит, это второй, это первый переходит, второй переходит. Они, блядь, по своему, блядь, давай. Сука, чувству, блядь, какому-нибудь. Давай. Сап, ты... Поход бил, ты какой-то прям вообще бессмертный. А ты как думаешь? Еще раз, первый идет, вообще нихуя ничего не думает. Второй идет, смотрит за первым. Первый идет у нас хит, блядь, вообще. Да, вот это самое главное. 10 минут идет, молчит. Четвертый, блядь, идет. Ну ты идешь, ну давай. Давай. Вот сейчас стоим, так они оттуда пойду. Еще раз я сейчас. Да-да-да, еще раз. Мне сейчас не так. Что-то загорелось. Тоже я. Папа, давай, прыгай. Ну давай ты, давай, ну, блядь, давай. Давай я, ладно. Блять, что не так? Страж убит! Ну ни хера вдвоем. Страж убит! Потому что меня. Дайте мне. Что вы, блять, померли так? Где? Я отсюда не запрыгну. Страж убит! Нихуя! Короче, смотрите, слева 4 раза, не 3, 4. Угу. Давай, нормально все сделаем. Сейчас все встанем, да, сейчас все сделаем. И пойдем. Какого хуя спать? Ну потому что ты, блядь, в 3 дня проснулся, и тебе охуенно, блядь. Я в 2 дня проснулся, мне охуенно. Я тоже так проснулся. Чего ты пиздишь, мне кажется, да? Клава? А, она отошла, походу. Давайте налево 3 идут. Блядь. Налево 3 идут, заебище. Нет, горчик, блять, сука, ты тупишь. Прыгай. Да нет, я не тупил. Да-да, тупишь. Докажи. Прыгай, кролла, прыгай. Прыгай, кролла. Прыгай, блять. Просто что еще что-то пошло. Прыгай дальше. А куда потом? Дальше. Сейчас еще раз дальше. Давай дальше. Папа, давай. Еще раз дальше. Нет. Крыло. Да, у меня горочек. Все правильно. Страж убит. Ой, зачем вдвоем добрый? Все, заебись, прыгаем, блядь, вперед. Да что заебись? Там далеко не видно. Сзади там время там что-то, чё, почему мы прыгнем? Да. Я допрыгал, кстати, последний раз там. Короче, я на четвертый слева, давайте я пойду. Давайте выйдите первыми, потому что я просто раз на четвертый забил, запрыгал. Да, все равно. Короче, сейчас направо идете первый, я иду на... Прыгайте сразу вперед! Сразу вперед, давайте хуяйте. Сейчас подождите, может хватит, что у нас это? Тут двое. Да. Много. Не хватит. Вы можете назад на эти, да, давайте. Ну у нас сейчас не получится без них. Ну, давай пойдем назад тогда. Ну давай посмотрим. Да. Мы мобов не чистим. Да, мобы зачистите, они там не падают. Неприятно. На самом деле ты с первой, Митрич, можешь на следующую запрыгнуть. На какую? Ним туда вперед. Прыгай. Не прыгай, блядь. Куда? Страж убит. Получится. Страж убит.
Короче, в прошлый раз мы слева могли запрыгнуть на следующую, и те, кто справа, двое запрыгнули на следующую, поэтому мы прошли. Страж убит! Давайте, ну, короче, я буду четвертый. Я тоже спальзаю. Блять, какой спальзаю. Тапот будет четвертый и делает мьют. Сильный аргумент. Это многое меняет. Ой, как тихо стало здесь. Сейчас пройдем. Ван Гойл. Ой, и чё я? Короче, сарку продам. Пятый, да, блядь, так вот будет пятый и делает мьют, извините, да. Давай, пятый, пошёл пять. Прорвали. Переходи в следующий. Переходи, переходи. Так, сейчас вы пойдете налево. Тапот, сейчас прыгнешь к горчику. Горчик прыгает. Тапот, горчик прыгает. Серега, тебе тоже надо быть налево. Да, я туда. Следующий как? Следующий как? Тоже я? Ты теперь, ты прыгай, да. Да, давай, Тапот. Ой, в смысле. Митрич, прыгай, прыгай. Чё вы? Да мы отсюда не допрыгнем, хуй не пытаемся. Страж убит! Страж убит! Сейчас прорвет, ребят, вот сейчас по... Ну, мы слева не допрыгнем. Слева мы не допрыгнем. Слушай, мне кажется, что нам надо... Слушай, давай попробуем это, чтобы мы вот слева пошли прямо. Вот сейчас я допрыгнул, кстати. Вот сейчас я допрыгнул. Видите меня? Видите меня? Да видим, видим, да. Пойдем назад, Тапот. А мы с Вовой допрыгнули, да? А нужно втроем. Короче, те, кто трое, да, давайте, чтобы... Которые левые, шли вперед. Кто справа, они ждут. Окей, да. Попробуем так. Да, мы я шестой. А, то есть, окей, окей. Так, я шестой. Я четвертый. Я прыгнул, почему? Потому что платформа стала красивее. Да, да. Не, она долго стоит, не надо так рано. Да, горчик, давай. Горчик, давай. Она долго красная стоит. Она, да. Если они не все краснеют, если вы не вдвоем упали, то у нас красная секунд 30 будет. Давайте, сейчас вы прыгаете. Куда он прыгнул? Я не знаю, Герман, прыгай туда. Герман, прыгай туда. Налево, давайте, чего вы палитесь? Тапот, куда ты не палишь? Тапот, прыгай за Германом. На горчика, а ты на меня. Вот, и все, и Герман теперь... Сейчас Герман первый. Страж убит, вот. Ну, все равно тоже можно. Герман, прыгай. Ладно. Тапот, прыгай. Ребята, вы справа ждете. Так, Димон, прыгай, прыгай. Блин, не прыгайте, зачем вы прыгнули? Да у меня красная видео. Она красная? Прыгай наверх, 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 давайте хуячим. Ах, вы... Все, заебись, прошли. Давай, прыгаем. Жоп, конечно, но... Да, да, смотрите, как будет. Когда вы стоите, так... если она у вас под ногами краснеет, и к вам не прыгнет кто-то второй. А вот так, мы, вот так не мьют. Ребят. Короче, красное, когда мы прыгали или двое, или когда много времени прошло. Вот когда много времени прошло, он очень долго красный, на секунд 30 стоит такая красная. Да, 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 да. Поэтому красный, надо поднять. Нужно сразу прыгать, да, да, да. И чё, кто там? Сейчас говорил? Кто сейчас говорил? Кто сейчас говорил? Кто сейчас про красное говорил? Я говорю. Кто? Я это кто, блядь? Пинкертон. Что вы там делаете? Давай пинкертон. Пинкертон красавчик, блядь. Не получилось. Получилось, сейчас все будет. Не-не-не, нихуя, сейчас все будет дальше, потому что мы четверо уже прошли. Сейчас все будет заебись. Вот сейчас смотрите, как будет. Сейчас дальше появится платформа, и дальше мы пойдем, блядь, дальше. Ах, блядь. Нам не хватает людей. А, нет, хватает вообще. Странно, что у них не исчезли платформы. Опа. Ну, не а где наши платформы? А, нет. У них сейчас появятся платформы, они к нам прибегут. Да ничего у них не появляется, что-то не так. Блядь, нихуя сейчас появятся, блядь, потому что... Ну, да, ладно. Ну, чё, мне так кажется, будет. Что-то странно как-то. Эй!
Страж убит! Страж убит! Даже платформами, конечно, не что за херня. Ну чё? Не, это уже типа постоянные платформы. Но... Да кажется, нет, почему? Они все сразу поднимались, блин. Да, они всегда поднимались сразу. Вы, короче, вайпнитесь и не прыгайте. Бля, почему та под там? Перепрыгнем. Мне кажется, надо нам всем туда вернуться и по новому. Не-не-не. Страж убит! А, то есть вы хотите сказать, четырех недостаточно, чтобы появилось, что ли? Ну нет, ничего не появлялось. Нихуя себе. Они ладно, здесь просто, они с другой стороны. Да нет, с другой стороны это старые. Да это старые, куда ты побежал? Это старые. А что, я так не перебегу? А. Ты назад. Страж убит. Что тогда выпрямишься? Странно, я думал, четырех достаточно. Ну так тут мне кажется, в прошлый раз они появлялись. Ну, вроде четырех всегда хватало, да. Страж убит! А зачем вы это работаете? Ну, потому что не работает. Страж у нас убит! Новые там не появляются, а у вас старые не поднимаются. Надо перепрыгивать, друзья. Смотри, он Митрич не краснеет. Странно. Ну вот они постоянные. А потому что это, потому что они ждут, когда еще народ побежит. Да, да. Давайте прыгайте туда. Я надо. Теперь я остановлюсь. Сейчас мы чуть дальше пробегаем. Потом трое идут налево. Тапочки. Тапочки, блядь. Да. Так, нет, нет, смотри, на Богу смотри. Крыло, ты за мной в этом прыгаешь. Крыло, он за мной сейчас прыгаешь. Угу. Спасибо. Вот, все, Герман, ты вперед прыгаешь. Прыгай вперед. Митрич, прыгай. Митрич, прыгай. Митрич, прыгай. Так, блин, красный ни о чем не говорит, это. А, ушла там. Давай, ну что, сколько? Ну блин. Пятеро? Она упала. Ну ходите сюда, когда припадки. Для меня прыгнул. А можете сейчас не прыгать, просто стоять. Сейчас... Да, давай постоим. Не прыгай сейчас. А у нас вот здесь, да, должно появиться? Да, ну где-то тут. Вот здесь. Бля, не хочешь, не сработает. Страж убит. Ну зачем вы начали так опять? У вас все равно не получится. Не знаю. Давайте назад. Короче, давайте кто в конце, если мы уже так не проходим, в конце просто уже... Ну да, главное. Когда у меня последний появляется, да, вы тогда... Просто начинаем. Мне кажется, это еще не последний, там еще, наверное, должен появляться. Что мы начинаем паниковать, вот там желтым становится. Вот да, вы как-то вот рано прыгать, что начинаете, и начинаете задваивать. О, я перепрыгнул сюда. О, может сейчас появится, слушай. Прикинь, Вова туда допрыгнул. Нифига себе. Нихуя себе. То есть самый конец? А может ты сейчас запустишь, и мы к тебе подтянемся? Так может не зря туда, сюда вернулись-то? Страж убит. Ну мы сюда все равно. Вов, а попробуй прийти куда надо. А, вот, короче, смотрите, мы все пропрыгиваем четвером. Потом остальные двое могут просто пропрыгнуть по две, и все. Чё сказал? То есть вы сейчас зря возвращаетесь. Не, остальные не пропрыгнут, потому что они не поднимутся. Без поднимутся, заебись. Нет. Нет. Смотри. Сейчас даже без голода не получится. Давай-ка. Кстати, да, Вова, стой там, Вова, стой там. Мы сейчас все равно вайпнемся, так что правильно. Кто следующий? Тапус. Дальше. Тапус. Да расслабься ты, не надо за этим следить. Митрич, ну, давай. Потому что... Да я Тапу говорю. Потому что он что-то пытается командовать. Всё это. А сам командовать? Ты что, какой-то хуйни сейчас? Нет, не хуйни. Да хватит на меня смотреть, на Богу смотреть. А
Вову, блять, Вову уже в конце. Ой, на один. А, появляется, ничего себе. Пинг, переходи. Да, не команды, говорю. Дальше. Все, еще дальше. Герман прыгает. Я прыгаю. Все дальше. Вот сейчас дальше вот. Давайте. Нитрич, мы, Нитрич прыгает. Нитрич прыгает. Зачем вы вдвоем прыгнули, блин? Все, давайте дальше. Все, блядь, переходят. Но все не успеют перейти, потому что они покраснели. Все успеют. Нет. Ну, все, заебись. Все, заебись, все перешли, кроме Крылоло. Крылоло сейчас протащит. Мне кажется, это у них был... Нет, не надо всем переходить. Вполне вероятно, что на прошлой неделе мы переходили, и это было у них нецелевое решение. Не ходите! Может, я выйду, не зайдут вам? Нет, нужно просто время подождать, понимаете? Они срабатывают через какое-то время, понимаешь? Блять, хуй не с орбиты, Вова. Мы нормально переходили без всякой орбиты, блять, заебись. Так вы же не можете пропрыгнуть там. Блять, заебись, мы еще можем. Сейчас мы постоим, и крыло поднимет платформу, она сможет пропрыгать. Да нихрена она не поднимет. Она не пройдет одна, алё. Крыло, давайте, короче, давай через орбиту, будет проще. Да. О, вы какую-то хуйню пиздите. Вова, крыло. Вот сейчас я крыло подниму. Ай, пинка, пинка подниму. Вов, ты на мост прошу. Допрыгнул, да, или перпендикулярно вот сюда? Где Кролло? Вышло. Блять, ну хуя через орбиту. Ну что не работает? Мы же в прошлый раз делали, а, ребята. Как ты вообще смотрел? С мечом, да? Страж убит. Там ботинок А, у меня, кстати, есть тоже этот кружок. Ну-ка, ну-ка, сейчас я вот, блять. Кролло зашла, теперь все пинки. Я не там появился. Ну, вопрос, если все вайпнутся, может тут активируется? Да, давайте. Нет, Страж убит. А мы же все, как бы, если вайпнемся, тут же нет вайпа. Через потом про квадрат уже сам стоишь. Не, да, кстати. Это неполноценный вайп. Давайте назад вернусь, мы попробуем нормально. Пять. Уже команда, что вы тут несете? На другую сторону, блядь. Вполне вероятно, что на прошлой неделе, когда мы проходили, у них был крик с тем, что платформы поднимаются. На самом деле, все должны проходить. Ничего себе. Нихуя. Ну, Кортик, возможно. Кортик, давай. Кортик, блядь, давай. Кортик, давай. Пин, давай. Вова, давай сразу налево. Страж убит. Вов, ты судал, ты должен был сразу налево идти. Вставай. Там не было слева. Что происходит? Все. Ты стишь. Страж убит. Страж убит. Короче, все, ребят, сорян. Блин, да. Полчетвертого. Да. Сорян. Да. Давайте. Нихуя. Страж убит. Вы, блядь, сука, не угадали. Все. Еще увидимся до следующего рейда. Всем спасибо. Да, пока. Кто пидор? Мы еще в сушу. А я и не рассчитывал, что ты не услышишь. Да. Так, кстати, я хочу ботинки потестировать, ну-ка. Нет, девушка, поеду. Какой пилот, поеду, что вижу. Ты поем, я спать, ну, давай. Спокойно. Ладно, все, блять, понятно с вами. Так, ну-ка.
Не, ничего не допрыгнул. Короче, там было, что мы допрыгали вчетвером или втроем, и оно через некоторое время, сука, блядь, нормально активировалось. И все было. Сейчас не работает. Вы просто, просто кипишуете, блядь, вы прикипишуете. Потому что вы кипишуете, блядь. Нет, не поэтому. Надо кипишевать. Рапорт. Кипишует из нас всех, это ты. Ну и там ты, блядь, угадал, несмотря на то, что в Германии. Что в Германии? Так, ну ты пишу. Страшно бит! Вот. Что, откуда этот чуть закон? Вокруг шум, баста, каста, как-то. Вокруг шум! Ники пишу и все, ништяк! Какие-то попрыгунчики могут пройти, не можем даже. Попрыгунчики, потому что нужно, блядь, сука, можно... хотя бы вчетвером, блядь, не вшестером, вчетвером. Надо быть, блядь, скоординированными. И все. Я транслирую, блядь, на интернет, заметил. Да мы заметили. Что, прыгнуть, что ли? А вчетвером оно прокатит? Мне кажется, нет, вот вчетвером мы уже пробовали. Мы, правда, пробовали втроем. Тоже какая-то хрень. Это робот. Соляра там все. О, появилось. Опа. В смысле? Из-за того, что я побегал, сейчас надо. Да, где ты побегал? А побегай еще так. Побегал, короче, с одной и другую. А ну, подожди, встань на... Остановись на это. Стой. Так, типа, нельзя, что ли? Как ты сейчас сделал? Не, она, скорее всего, подымала, то они все это. Страж убит! Не да, скорее всего. Кто-то там подпрыгнул. Шел, наверное. Или сейчас. А, вот сейчас, да. Я говорю, вокруг шум. Всё ништяк. Блядь, зачем я открыл? Сейчас? Я здесь. Блядь, что-то там, что-то ещё и светит. Бля, ёбаная каста, охуеть. Сейчас я все разберусь. Как там было? Так, оно твоё всё равно. Да, хорошо. Тут оно как-то появляется, слушай. Ты пробежал, оно появилось. Да? Угу. Ну, просто задержечка и все. Во, я свежий, чист. Ты светил, блядь, сука. Ничего так дико. Боюсь будущего. Аж дышу тихо, блядь. Светлый щит. Случайный сквер уже. Это же моя тусовка, но мы не сидим. Но помечает. Ты можешь всё заметить, тусовка. Не, вообще на самом деле, блядь, другая песня у них охуенья, я наизусть помню, в отличие от этой. А, блин, как это называлось-то? Дальше не будет продолжаться. По ним пробежался? Да-да, ты пробежался. Кто пробежался? Я. А, да? Филозов хуйня. А, типа, нажал. Попробуй пробежаться опять. Бля. Я сам не вижу, действительно. А, вот.
Слушайте, а вот платформа... Нихуя это не то. Короче, смотрите, ну давайте, слушайте. Мне кажется, понятно, на основе которых колонны появляются. Колонна появляется, а ты кто из этих стоит и все, блин. Не, видишь, что от колонны такой, типа, это дым поднимается. Так. Вот, просто есть колонны, от которых не поднимается. Вот, возможно, чтобы новая колонна появилась. Говорят, одежду все снимать от фигней какой-то. Еще не зайти ко мне, с чего это? 12, считай ночи, объявилась вдруг. Да что ж она хочет? Ну пусть... Только взлетнется об этих двух, блядь. Росу откроть, прихожие. Смотрите, вот которые сзади, они сейчас не дымятся. Ну как она может, блядь? Mm-hmm. Хотя не, наверное, что-то другое. Не, просто первый дымит. Первый, ну не знаю, чистый, цивильный, жирный. Но точно как в американской фирме. Доход стабильный, устроил ее в фирме. Поднял зад и побежал дебилирный. Второй, это вообще прозрачный. Ветерок с вырезом. Полупидоров такой. Гелем вымазан, кремом вымазан. Откуда вылез он? Из книги редких выдов выписан. Пусть только заикнется, об этом молчит, и оброт, как будто кому-то просто вдруг... А, не передашу на дух. Веселая компания, ребята, понятно, все в порядке. Короче, блядь. Ну что я завожусь опять? Бред, а что уже что ли? Вышел как одежда. Какая-то там фирма, кулинария, еще кафе. Короче, молочина, короче, есть славы, значит, порядок в голове. Что? Да не, ничего. Хуже никому не станет, воспоминаний хватит. Он даже из Дустана уже вышел, просто транслирует. Нихуя подобного. Этих нежностей, блядь, грубостей, хватит ерунды в сущности. Было же время, жил ты каких-нибудь глупостей. Сейчас самое охуенное. Время в третьем состоялось напряженное. Восстановленные клетки были вновь пораженные. Слеп, глух, туп, глуп, скуп, рэп, все вслух. Вздох, склиф. Нет ты, а он смог. Просто вдруг врешь, а от слов тушь. Что ж привел подруг? Стоп, без рук не трожь, не трожь. Вот сейчас заебись. А сейчас подготовлю. Столик полетел чертям, в стену пульт от телека, стену с вывернутыми карманами, истерика, пенальти, ногой по звуковой плате, половина трупа на разорванном плакате, двери с крохотом, со спиди с ропотом, снова вот оно, стеклить опять потом будет, кто потом? О, блядь, сука, вся такая охуенная. Рифму не включилась, да. А если сильно сейчас отвечаю шепотом, то что раз вы помните, все приходит с опытом. Вот это, блядь, то за то, что, блядь, можно каждый нихуя не расстреливать. Буквально 6 строк и уже все, блядь, чуваки живут. По моему мнению. Текст добавил аноним. Типа. Давайте прыгайте, вы первый, я потом следом туда я пошлю. Давай. Ну за что можно группу касту в жопу ебать, а за это как бы можно и прости. Охуеть, в тарелке буквально 3, блядь, трещины. И бумажка от шоколадки. А нет, больше. Герман, подпрыгни просто на месте. Так, короче, в итоге мы сейчас куда-нибудь идем. Куда есть не меня. Не, я сейчас. Иногда мы в Division хуячим. Ладно, короче, все, спасибо всем, пойду поужинаю. Страж убит. Короче, мужики, те, кто ужинает, вы можете, блядь, ужинать с осознанием того, что вы прошли, блядь, арену. Вы понимаете? Да, уже неплохо.
поэтому вы ужинаете не с основанием того, что вы, блядь, сука, купили на втором рейде или что-то. И как бы едите, просто употребляете и засовываете себе в рот вот эту, блядь, еду. С полным пониманием того, что мы просто, блядь, сделали этих пидоров на арене. Просто мы прошли этот этап, как я не знаю, как просто, блядь, вот вообще как папки, как я не знаю, Вот мы зашли и просто, блядь, сделали это буквально через, там, пятый раз или шестой. После начала. Горчик ушел. Осталось четверо. Кто они? Ладно, давайте, спасибо за игру, не слушай. Да, правда, спасибо. Вова, Пинка и Кролло самые стойкие, Вова не самые стойкие. Да я тоже, в общем. И Кролло не самые стойкие, блядь, Пинк ты самый стойкий. Да вот на меня надолго не хватит, так что давай. Спокойной ночи. Спасибо за игру. Ты напрасно. Ты мог бы больше продержаться, я тебе верю, потому что ты... более подготовленный гардемарин. Да. Вот. И между прочим, вот ты ушел. Вот знаешь, вот сейчас уходишь, а у меня еще остается буквально, ну, я бы сказал, 2/3 бутылки. Слушай, ну ее же можно закрыть, и поставить что я в холодильник. После этого буду делать? А? Закрой ее, поставь в холодильник и будешь спать. Ты не понимаешь, это, скорее всего, невозможно. У меня завтра в 10, а сейчас уже 3. Да. То есть буквально через 3 часа 18 минут... Ой, блядь, через 3. Через 6 часов 18 минут у меня потенциальный урок по английскому языку. Это печально. And I should speak in English, motherfucker. Вот. Raid the Arsenal. Top trophy earned. Kill one enemy with each of the three done quests. Это... It was very long time ago. Ладно, Тапан, давай уже. А ты, блядь, в этот Division ты играешь, нет? Бывает. Бывает иногда, да. Сегодня играю. Так. То есть ты купил обычную версию, не знаю, или с дополнениями, да? С дополнениями, то есть ты прям вот можешь все эти в желтые зонечки ходить, да? Да, по всем. То есть ты, блядь, послушал тех мужиков, которые тебе советовали взять дополнение, и взял дополнение. Я давно ее еще взял, еще до того, как это стало мейнстримом. Это когда ты ее взял, то есть когда ты все говорили, что типа Destiny, типа Division говно и нужно играть в Destiny? Да, это было где-то взял на распродаже на какой-то. Да. Летом? Когда выглядело? Летом? Летом. Летом позалипал в нее. Летом уже еще было не модно, блять, брать Division, да. Ну тогда еще было говно недоделанное. Ну вот, я летом взял, поиграл в говно недоделанное. Ну ты почувствовал, ты сказал, что типа это говно, блять, я буду играть в Destiny, буду брать вторую часть, да? Да, я взял вторую эту часть, она оказалась говном недоделанной. Блять, вообще пиздец поставил, конечно. Да. Ну окей, мы думаем, что ты из тех лакеров, кто, блять, осознанно взял вторую, блять. В смысле не вторую, а Division с дополнениями, блять, как вот Тапот собирался, он не сделал этого, а ты, оказывается, блять, взял и взял просто, блять, летом. Ну нет, это сука не считается, это не так, у меня какая-то пушка есть. К-47, как думаешь, хорошая пушка? Наверное. У меня вся К-47 на 3784 и на 4000 весит, блять, 63. Это, ну не знаю, все равно тает на хуйня. Так, ладно. Смотри, голосуй. Важно, голосуй. Мы... Миссию, которая... зелененькая, каунтер,
или на некрономикон количество здоровья? Я не знаю. Есть еще инцидент репорт. Давай, инцидент репорт, это вообще наш выбор. Вижу, но охуенно тем, что, блядь, как-никак, а кого-то можно Я открываю, я отключаюсь. Давай, спокойной ночи. Спасибо за игру. Ты нас вообще подведёшь. Да. Да. Ладно, давай. До встречи.